Всем привет, ребятулечки мои хорошие. Кто здесь вообще? Расскажите, ребят, кто живой? Дро, привет, Косека, привет. Потом, что Максим Лабутин, также тебе привет. Всем, ребят, привет. Рассказываем, что, как настрой вообще? Как меня слышно, как видно, музычку вам слышно, все скайпом как бы. Готовы сборочку собирать или сегодня без сборочки, ребят? Готовы вы лайки прожимать, активность, плюсики в чате или не готовы, соответственно? Ромаха тебе привет, всем ку, ну что, ждем 28 февраля. На Алике будет 60 тысяч стоить. 50 3D крутнул, ну хороший будет камень. Однозначно 3D кэшем камни хорошие для игрушек, вообще обалденно. Так, ребят, по сборочке у нас вкратце. Сегодня, короче, вернулся обратно корпус. Трилобайт Т3. Как бы, кто помнит, тот помнит. Легенда нашего времени. Сейчас свет еще здесь включу. Тапишу. Вот так вот сделаю. Сейчас здесь еще свет включу. Легенда, ребят. Легенда вернулась. Корпус Т3. Кто не помнит, эта крышечка боковая открывается, и все хорошо. Так, тут у меня все видно, не видно, соответственно, вас, да? Давайте, ребят, разгоняемся, короче. Пишем, как у вас дела. И давайте собирать уже будем, наверное, да? Тогда будет М5. Ты опоздал немножко, дружище, с вопросом. Уже вышел. Делишки у малышки. У меня дела, да? Еще, ребят, знаете что? Может быть, знаете что? Посмотрим сегодня. Корпус до 10 пришел. И может, откроем его, посмотрим тоже. В конце стрима, если будет интересно. За 10, в принципе, пришел без подсветки. Я с подсветками ставил. Два раза я собирал до 10. А вот сейчас без подсветки пришел. Посмотрим его тоже. Стоит, в принципе, нормально. Короче, тогда получается, что у нас? Кулерок, SSD-ка, гарантийники, видеокарточка, базучка, процик, оперативка и, соответственно, блок питания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И корпус восьмой. Восемь компонентов у нас в составе комплектующих. Народный такой компьютер, ребят. Красивый, симпатичный, молодежный. Говорится, все хорошо будет. Если вы лайки нажмете, будет вообще замечательно, ребят. Если я вот сюда вот покладу. Вот так вот. Вообще будет шикарно, мне кажется. Когда выйдет М5? Может, ты имел в виду, когда я буду М5 собирать? И как кто-то закажет М5, так и сразу этот. Как бы для таких сборок на Авито вообще не интересно. Вообще не интересно. Одни гарантийники, ребят. Все новое, все на гарантии, как говорится. Не бито, не крашено, ребят. На пломбочке все. Кто скучал по базуке, ребят? Можете не скучать. Все, базука уже на месте. Базука на месте, как говорится. А если базука на месте, то все замечательно. Замечательная моя. Так, это оставим, это оставим, это оставим. Это увеличим. И будем собирать компьютер. Компьютер будем собирать. А вы, ребят, пишите в чатик. Давай немножко еще. Вы в чатик пишите, ребят, как вообще? Как настроил? Готовы, не готовы? Найзик, привет. Давно тебя не было, Найзик. Ты что, не залетал вчера? Не пойму. Или ты не тот Найзик? Или ты аватарку поменял? Мне же есть любимый подписчик Найзик. Он залетает, постоянно ставит лайкосики. Но у него аватарка другая. Или это ты поменял? Фотография. Фотография. 9 на 15. Так, что, давайте процент поставим. Ребят, тут, в принципе, смотрите, балансная сборка. Единственное, чтобы, ну, в будущем сюда можно поставить 3070. Как бы эту 3060 продать и поставить 3070, типа. Которая стоит там на пятнаху дороже. Это будет поинтереснее. Вань, ты не хотел сменить свою аватарку и шапку на тюбе? Хотел. Хотел. Не знаю, что мне нравится, понимаешь? Мне не нравится ничего.
Если бы я хочу вот это вот полотно, которое у меня вот это вот, видите, с ромбиками, хочу тоже изменить. Если бы мне вот принесли 3-4 варианта, я бы положил бы одно из них, сказал бы, да, вот это крутое, типа. А так покупать, потом выбрасывать его, типа, деньги лишние, не сильно это интересно. Хотел бы, конечно, дружище, хотел. Алло. Нажми, тебе скажу. Чай, ребят, курьер пришел. Две секундочки, курьер пришел. Последний, четвертый этаж. Фотография 9 на 17. Ребята, рамку мне принесли. Рамку принесли, ребята. Принесли мне рамку темненькую такую. Закажи себе аватарку и баннер под свою тематику, сделай. И вообще шик. А ты умеешь делать хэсэга или что? Если ты умеешь делать, давай. Давай поработаем. Или ты хочешь, чтобы я у кого-то заказал? Вот, ребят, рамочки такие. Вот это термалрайты. Потому что на MSI другие не рекомендую брать, потому что будет зазор. Термалрайты, вот они, видите? Не бита, не крашена. Блин, ну вот эти, конечно, перекупы. Ну, в принципе, ничего плохого не имею, но хочется всегда подешевле. Обязательно ли просто на 100, да, на 400, 8 пин? Да нет, не обязательно, можно 8 пин. Рамочка приехала. Блин, она стоит реально, блин, 500 рублей. Соответственно, это, блин, я ее покупаю по 1400. Ну, 1400, потому что нету вариантов никаких. Фотография. Найзик. Да не, я не менял, но я же захожу на стрим, а вот только вчера не было. Понял. 500, а на Озоне за 150 видел. Это другие ребята. Это, короче, термалрайты, как бы вот эти. Они, соответственно, у них прижим нормальный, они для оплаты MSI подходят. Которые вот эти, ты смотрел, по 150 рублей или по 400, по 200 рублей, это финал-колы. Они не подходят под платы MSI, понимаешь, дружище? Поэтому обращайте внимание, что вы как бы возьмете, а у вас, наоборот, прижима не будет. Как тебе мать, тест, ряж? Ну, можно поинтереснее мать, на самом деле. Мать и двор не выбирают, но я бы поинтереснее выбрал мать. Поэтому такие дела. Повторите, ребят, все вопросики, которые этот, которые... А меня вообще слышно, да, все? Слышно, меня все работает. Повторите вопросики, которые, ребят, писали. Никита встретил Ваня. Да, честно говоря, такая ситуация с Никитосом получилась неинтересная. Он же в Москве, это я же не в Москве. Ну, если бы я был бы в Москве... Ну, просто мне в Москву реально, блин, этот, ну... Ехать, ну, как бы, не этот, не сильно удобно. А так, может, бы встретились, конечно бы. Что-то мне даже как-то стало, блин, не знаю, стыдновато, типа, такое что-то. Здесь такое, ребят, нет? Поэтому такие дела. Я же не в Москве, ребят. Я в Подмосковье. Это час езды до Москвы, понимаете? Как бы.
Ну, цены везде поднялись и будут подниматься дальше, ребят. Но это очевидно. Очевидно, потому что это жить, ребят, ничего дешевле не становится. Да, если бы он был бы, например, если бы я был бы в Москве, я бы, конечно, бы, ну, поехал бы там. Ну, мне, в принципе, ничего от них не нужно, но так чисто, как бы, ну. Поболтали бы. Такая есть интересная мать вместо D3H. Вот такая базука бери. Стоит 11 тысяч рублей и нормально все будет. А так, ну, можно было бы, да, конечно. Что-то даже мне этот, ну, немножко начал по этому поводу триггериться. А где у нас вторая? А вторая у нас здесь, да? Триггериться начал немножко, потому что, типа, ну, он написал вчера, типа, этот. Ты же в Москве, типа, давайте посмотримся, типа, я говорю, да я же не в Москве, типа. И он что-то обиделся, мне кажется, не знаю. Ну, такое. Я, короче, себя каким-то чувство вины у меня, ребят, не знаю почему-то. Что-то у меня чувство вины. Сейчас я выбираю между 190 Tomahawk. Ну, Tomahawk бери, Tomahawk получше. Хэзэка, напиши по поводу аватарки. Ты что, дизайнер? Ты аватарки умеешь делать или что? Или что ты? Что ты к этому начал? Если ты... Кто писал там? Покажи, уже отлично между Mortar и Wi-Fi. Mortar и Wi-Fi? Mortar без Wi-Fi, ну разницы нету, там только Wi-Fi есть. Там все то же самое. Все то же самое абсолютно. Подскажи много отличий, ты подсказал. Как тебе H60G? Ну по 12-то можно, конечно, но не сильно хочется. Не сильно хочется, как бы, если бы я не был на YouTube канале, на YouTube канала у меня не было, типа, никто бы мне тут не этот, я бы, может быть, таким бы занимался. Ну, я же человек совестный, ребят. Поэтому не сильно хочется ставить. Я понимаю, что в играх никогда в жизни этот VRM не будет перегреваться на H60-12-100, типа. Даже, типа, этот, ну. И эта плата здесь с большим запасом, типа, стоит. С точки зрения выгоды, например, можно было 4000 сэкономить, поставить бы сюда джишку такую. А, не, я отпечатался и говорю, что сейчас за недорого можно купить топовый контент и тебе делать всю шапку и баннер ау. А, понятно все. Короче, опять кинул, да? Кинул меня. Кинул как этого ХСГ. Ну, просто вот, который прошлый у меня баннер, он как бы делался... 3 года назад, или 2 года назад, наверное, делался мной лично. Я делал его, как бы. Он вроде бы еще неплохо выглядит, но я бы его уже поменял, на самом деле. Так. Да блин. Что, блин? Ребята, лайкосики прожимаем. Лайки, лайки. Для моей зайки, зайки. Хочу себе взять Ryzen 5700, имеет кулер. Gamax 400, пойдет ли поставить что-то подобное? Да нет, наверное, будет, ну, слабенький. Ну, тебя он бустится не будет. 5700 камень, я бы вообще воду бы ставил, ну, либо супер кулер какой-то ставил, было бы поинтереснее. Так, ребят, смотрим, у нас, короче, кулер Paladin EX300. Здесь, получается, крепеж оранжевенький, это для ND, мы его сразу выкидываем. Ну, в коробочку обратно кладем, как бы не выкидываем полностью на мусорку, а в коробочку. И здесь у нас такая рамочка будет, и пакетик у нас, соответственно, вот такой вот. А в каждом, соответственно, этом кулере будет вот такая инструкция. Зашли, почитали, ничего страшного нету. Даже я там, блин, собрал бы из ТПК, бывает, зашел, посмотрел, как бы, как интересно там ставится, и все. Типа, ничего страшного здесь нету, зазорного. То, что бывает такое, что поставили, криво прикрутили, типа, и все такие мероприятия. Поэтому такие дела. Вопросы, ребят, пишем в чат, вопросы по железу, по компьютерной тематике и вообще просто спрашивайте, как делишки, что там этот, рассказывайте, делитесь вашими всякими этим, что у вас по пятнице, ребят, скажите, вы готовы там пятница уже, пятница-развратница, готовы уже к пятнице или еще не готовы? Или вы еще не этот, не осознали, что сегодня уже выходные начинаются, завтрашнего дня? Что случилось по поводу той встречи? Ничего не встретилось. Я не в Москве нахожусь, а Никитос в Москву едет, и все. Не встретились. Что по поводу той встречи? Не встретились. Кстати, кто в курсе цены за вывеску на баннер и рельефными буквами? О, я не знаю. Я бы себе тоже хотел бы, может быть, на стриме, там, знаете, вот на заднем фоне, когда у меня такие стримы, я сделал бы себе баннер такой, типа Turbo PC. Было бы прикольно. Че по стриму, ребят, не висит у вас ничего вообще? Мне что-то показывают эти задержки небольшие. Расскажите, у вас вообще стрим не висит? Или подвисает стримча? Андрюха, здорово! Здорово, Андрей! Как дела у тебя?
Привет, подскажи начинающему рыбаку, у меня БП гигабайт, питание, процессор только 4 блоки, на новых платах 84, нужно менять блок, и длина 4 захватит. Длина 4 захватит, дружи, вставляешь просто 1,8 пин и все. 8 пин это 300 ватт, у тебя просто 300 ватт не хавает никогда в жизни, длина 400. Это для разумных, для таких жестких процессоров, там долг питания нужно, да. Все нормально, да, ничего никого не глючит, все отлично. Все красиво, когда у папы ксива, бабки связи, тёлки корпоративы. Понял, Лёха. Поэтому все нормально у тебя будет. Один этот провод 8 пиновый, он типа этот, 300 ватт нормально все. Там 320, короче, 300, грубо говоря. Берите 300, как бы. А 300 знаете что? Привет, хочу себе купить сборку 12100 видюха 6500XT. Имеет смысл, если у тебя денежек не сильно много, имеет смысл. Смысл имеется, я тебе скажу. Если денежек не сильно много, за 50 тысяч рублей можно такую сборочку собрать. Даже можно за 45, если ты в Москве. Какие таланты пропадают, ты шо? Я не знаю, ребята, как говорится, Я же говорю, говорили мне, будь певцом, артистом. Сольная карьера. А я, короче, на YouTube зарегистрировался, решил компьютеры собирать, радовать вас. Поэтому, если есть возможность поддержать канал, то вот есть, ребят, здесь еще QR-код. Отсканируйте, попробуйте, вообще работает, не работает QR-код, типа. Может, его вообще удалить, нахрен не нужен. Очень глючит. Привет, слушай, хочу себе купить сборку 12100 и видюха RX. Что глючит? Стрим у меня глючит? У меня пишет, что нормально все, у меня зелененьким все светится. Че, ребят, стрим лагает, не пойму еще. Пишет у меня битрейт зелененький. Вначале были пропуски кадров, сейчас нормально. Не видно ничего. Как не видно ничего? Я же вот, ребят, вот здесь я. Как не видно? Че вы обманываете меня? Я вот у меня на втором мониторе. Я на втором мониторе запустил стрим, я вижу себя. Ничего вы меня обманываете. Какой черный экран? Обнови страничку, дружище. Написано вот стрим норм. Какой черный экран? Я же вот на втором мониторе запустил свой стрим и смотрю, как бы этот. Все хорошо со стримом. Не обманывай, дружище, пожалуйста. Хорошо? Потому что обманывать плохо вообще. Вот здесь мне мероприятие не сильно, честно говоря, нравится, ребят. Вот это вот мероприятие в этих кулерах. Что здесь очень-очень близко. Как говорится, ваши киски в зоне риска, ребят. Вот прям, миллиметр 3 до нетока радиатора. Просто у меня все есть, только этих деталей вообще нету. Покупай, что, если денежек совсем нету, то я же тебе говорю, покупай 12100 и 6500XT. Для Full HD нормальная начальная сборка. Если у тебя денежек побольше было бы, я тебе порекомендовал бы там 1660 супер, типа 2060, 3060 на 8. Но если у тебя там 15 тысяч рублей на видеокарту, то лучше ты варианта, чем для PCI Express 4.0, не найдешь. Здесь это вообще не нравится. Сколько у тебя еще видеокарта Polit? Polit? Вот видеокарточка одна. Мне что-то юзер. Понятно, короче. У каждого свои проблемы. Так, ребят, здесь, в принципе, может немножечко еще его подвыровнять. Уже до максимума, да? Mm-hmm.
Сколько у тебя еще видеокарт? 3060 новая или 3070 БУ? Ну, я думаю, новая нужно брать, дружище. В принципе, все, что новое, все получше. Хочется мне немножко еще сместить его, как бы, этот, повыше. По прижиму у нас так все будет нормально. От этого радика хочу подальше сдвинуть. Базука неплохая. Для 12400 вообще запасом. Ну же тут все стоит, что тут? 17.00 это самый крайний, да? Нет, это центральный. 17.00 это центральный. Тогда получается только так. Ну, 2 миллиметра, ребят, здесь, да, 2 миллиметра расстояние между радиком и этим. 12700 можно поставить на мортар. Да можно, в принципе, но этот смысл. Я бы брал 12600КФ, наверное, зачем 12700? Ну, если ты без вообще, без всяких разгонов, ну, не знаю, мне интереснее камень 12600КФ, чем 12700F. Вот и по цене выгоднее, как бы, интереснее. Ребят, 64 человека на трансляции. Давайте прожмем 50 лайков хотя бы. Сместил, ребят. Увидели, что сделал? Почему я вот это вот делал? Видите расстояние здесь у нас получается? Ну, как бы, что? Ножичек, видите, как бы? Но здесь расстояние получается, ну, где-то миллиметра получается 2. Видите, тут болтается. Расстояние между этим радиатором и этим. Естественно, чтобы он подальше был, чтобы там ничего не коротнуло. В принципе, оно не коротнет, но все равно. Чтобы перестраховать себя, то я лучше, соответственно, это. Что еще нового расскажешь? Ну, смотри, сборка у нас будет скоро. Прикольная сборка будет 4070 Ti и Zalman Z10. В принципе, в конце стрима я покажу вам Zalman Z10. Здесь в центре, да. Привет, H3010, говно же плата. Ну, такая, средняя. Хуже средней платы, на троечку, короче, не сильно интересно. Сколько стоит сборка, которую ты собираешь? А там же в описании, ребята, есть перечень комплектующих и цены. Да, тут тоже в центре, все нормально. Все нормально, сейчас будем драться. Там в описании есть перечень комплектующих и стоимость, как бы, где что купить, где заказать, как со мной связаться. Типа, эту сборочку можно будет приобрести. Есть аналогичные сборочки, в принципе, ребят, ниже рынка. Ниже, чем DNS, CityLink, ну, тысяч на 10-15, поэтому рекомендую, как бы. Меня зовут Иван, я занимаюсь сборками компьютеров, собрал более 500 ПК. Есть у меня небольшой опыт в этих всех мероприятиях, поэтому можете смело заказывать. Я вам помогу. Ну, я бы не ставил бы на 610 и 5 на 400. Канал Рич, ну, в принципе, есть смысл в этом. Есть смысл, чтобы не переплачивать деньги. С нуля покупать точно нет, если у тебя это комплектующие есть, то оставляй, конечно. Но с нуля покупать, соответственно, ну, неинтересно. Неинтересно мне. Да, ребят, уже начинаю, блин, 2 минуты поговорил, начинаю заговариваться. Ребята, подписывайтесь на телеграм-канал. И, соответственно, там я скидываю анонсы стримов, чтобы не пропустить стримы. Если вас будет навязывать там то, что я оповещение присылаю там каждый день, то можно это, ну, грубо говоря, этот. Отключить оповещение. Подпишитесь, пожалуйста, там 150 человек. Давайте добьем в этом месяце, соответственно, этот. 200 человечек. Спасибо, Ромаха, тебе. Все мои волки делают ау. Спасибо тебе, Ромаха, за поддержку. И особенно отвечаешь на вопросы. Многие наполовину вопросов не отвечают от души. Спасибо. Ребят, если не ответил на ваш вопрос, извините, повторите еще раз вопрос. Либо в донат, либо там есть, соответственно, этот. Собачка Турбо PC, пишите. И все хорошо. А почему он такой этот? Почему, смотрите, такой грязный, ребята, я не пойму. Прикиньте. Протер. А, это, наверное, вот эти штуки слезли. Ну, они нам, в принципе, не нужны.
Короче, сняли эту наклеечку, ребят. Потом всегда обезжиривайте, протирайте. Видели, сколько там этого грязи снял? Не грязи, а этого. Ненужной всякой пыли. Поэтому вопросики, ребят, пишем, не стесняемся. Здесь, наверное, у нас не будет или хватит. А тут хватит, ребят. Тут еще хватит на 10 компьютеров. На 10 компьютеров термопасты еще хватит. Как только вопросы в чатике я вижу, и, соответственно, вам отвечаю, как бы. Да, ребят, 85 человек на трансляции, давайте. Я буду размазывать термопасту, чатик читать. Подскажите, Моник 2К под 47 CTI, 35 бюджет. Ну вот, возьми MSI 27. Смотри, короче, у меня есть YouTube-канал, там есть вкладка «Сообщество», дружище. Туда заходишь и смотришь. Там, в принципе, за 30 косарей есть два варианта. Gigabyte 27, 2К, в принципе, и MSI 27. Дюймы. Вот там полистали в этом чате, ну, чатике в сообществе. И там вот они недавно, я добавлял, буквально месяц назад, они по 30 тысяч рублей стоят. Которые нормально, ну, такие, более-менее матрицы, как бы по цене хорошие, как бы и не этот. По комплектующим тоже неплохие. Буду брать КСАС на 2 киловатта сборки 4090. Ну, это ошибка. Это ошибка. КСАС не рекомендую брать. Наносим термопасту, ребят, как кто хочет, то точками, точками. Я беру, просто размазываю, как бы. Смысл термопасты в том, чтобы она максимально прилегала ко всей подошве одного процессора. Чем у нас больше пространства здесь заправлено, соответственно, тем лучше будет прилегать. Подскажи, пожалуйста, какую 360 взять? Ну, смотри, если у тебя денежек совсем нет, то берешь Polydol и эндервольтишь ее за 500 рублей. У нас в группе ВКонтакте можно эндервольтить видеокарту за 500 рублей. И либо, соответственно, денежек у тебя побольше, берешь какой-то Vision, он там на 5000 дороже стоит. Потом берешь Z3, они стоят на 15 тысяч дороже, как бы. Ну, там за стоимость 360 Z3 можно взять уже и это, 3070, типа. Я сторонник того, чтобы брать, грубо говоря, немножечко попроще и немножко поднастроить ручками. Если ты не умеешь настраивать, то настроить тебе человечек. У нас два специалиста жестких есть, разгонщика у меня в группе ВКонтакте, поэтому обращайтесь. Пишите слово «разгон», «андервольт», они вам помогут. Кто новенький, присоединился, ребят, соответственно. Вам покажу сегодня еще корпус Z10, залман Z10. В конце стрима, когда все соберем, напомните, покажу вам, соответственно, этот. Корпус, ну, только приехал вот недавно. Я его уже смотрел, только не без подсветки. Ну, сейчас приехал без подсветки, а я смотрел с подсветкой. Купил кулер подсессорный, он оказывается 3 пин, у меня на материнской плате 4 пин. Можно обмоткнуть? Да, можно. Но регулировать ты сможешь, скорее всего, по напряжению, что тебе материнская плата позволяет. DC преобразователь, там кнопка есть DC, не переключаешь. Есть ли разница BD или MX4-5? Ну и поинтереснее, MX4 и MX5 поинтереснее. Более проверено, более интереснее. Так, по зазору вам сказал здесь, будьте внимательны, ребят, оставляем, если будете такой кулер использовать и такой SSD именно, который широкий, оставляем здесь зазор побольше. У меня здесь получается зазор где-то 2 мм. Давайте сейчас даже померяем. У меня же есть, блядь, линеечка. Линеечка есть. Да, 2 мм, ребят, здесь. 2 мм зазор, в принципе, нормально, но если было бы там сантиметр, хотя бы было поинтереснее. Привет всем, Джексон. Сколько тебе стоит карта 360? Ну вот в эту покупали мы по 28. Сейчас цены немножко поднялись. Так, здесь, в принципе, не смещена, в принципе, уголки не смещены, поэтому можно без разницы, как бы. Ну, тут поэтому по картинке, смотрите. Этого кулера хватает, в принципе, для этого процессора с запасом. А, Бейс, как часто 360-12 чистить от пыли, память Samsung? Ну, я бы чистил, наверное, раз в полгодика. Раз в полгодика. Ну, именно не то, чтобы вскрывал, а, ну, визуально продувал бы ее, чистил бы. А так, типа, ну, пока гарантия не закончится, не трогай ее. У тебя гарантия на нее 3 года, то 3 года в нее не лезь. Просто там достал аккуратненько, открыл, протер эти, соответственно, аккуратно там этот, салфеткой. И все хорошо у тебя будет. Как часто так ответил? Если я боковую крышку корпуса убрать, так играю, плохо или не очень? Ну, смотри, если у тебя нету котов, собак, которые туда залезут, в принципе, можешь. Если у тебя все нормально там, соответственно, с этим мероприятием, то да. А так бывает, там кошечка залезет, и потом ты уже покупаешь новый компьютер. Что-нибудь проводок полезет, не дай бог, еще кошечка током ее ударит. Ну, в лучшем случае, как бы у тебя минус видеокарта, минус прод, минус ком. Погнали, я вчера свой 13700 взял в ставе 5.5.
по Picor 4.8 при 1.26 вольта выше собака не захотела без ошибок заводиться. Ну, хорошие цифры, потому что я человеку делал этот 1.68. А какая у тебя вода, ведун? Ну, я же как настраивал не под игрушки, а под, ну, чтобы он стресс-тесты все прошел, этот компьютер. Добрый вечер. Какую сборку за самые небольшие деньги собрать, чтобы играть в этом году в Атомкир? Ой, в Атомкир не знаю. Я не знаю требования для этой игры, дружище. Как бы, наверное, хотя бы вот такую вот. Хотя бы такую для Full HD, если брать. Ну, я думаю, поинтереснее, да, Atomic Heart, которая игра вышла, не знаю, ребят. Напишите, что это за игрушка. Я читал что-то про нее, она жесткая, типа, да? Так, оперативка у нас дребжался, ребят. Пятые, соответственно. И сейчас мы вставим этот кулерок, ребят. Здесь такие, получается, есть скобочки. 32 оперативы рекомендуется, понял. Скобочки их вставляем, соответственно, внаружи. Вот так вот будет. И защелкиваем аккуратненько, поняли, да? Вот так защелкиваем. Визер 360. А сколько, ну, ты стресс-тесты проходил или ты просто в игрушках протестировал? 5.5, потому что 5.5, ну, может быть, и этот. Ты запускал там этот? Оси сети, АВХы? Нет? Или ты просто? Просто я запустил вот при цифрах, которые тебе сказал, АВХ, и у нас было 93 на проце. 93 градуса, чтобы ты понимал. Это с АВХ. Без АВХ, понятное дело. Ну, АВХ, сколько у тебя АВХ цифры? Цифры АВХ инструкции, там сколько ты? По процессору, по температуре. Так, пойдет такой же кулер для Рена 400, какие будет температура. Для Рена 400 возьми на 300 рублей дороже кулер Рена 400, потому что этот кулер стоит 1000 рублей, 1100, а который подороже, он стоит на 400 рублей дороже, на 300. Мне подскажете, что делать? Подключил вентилятор, гирлянды в BIOS нормально регулировать обороты не могу. Они крутятся либо на минимуме, либо на максимуме. Переключаешь кнопочку DC, там есть преобразование, типа регулировать по напряжению, и там кривую выстраиваешь. Ну, цифры какие? Ну, не может быть такого, ну, не обманывай, 86 градусов. При 1.20 этот. Ты вообще тесты запускаешь? Процессор, оси сети, процессор, AVX, большой прогон. Ты вот эти цифры нажимаешь, ну. Я же проверял, вот 5.1, 4.8, 4.7, 1.68, и там температура 93 была. На LS720. Фризер по факту там, ну, на 2 градуса лучше. Либо тебе прям с камнем повезло, что, ну, маловероятно. Либо, как бы, это... Ты не тесты нажал. Смотри, на 6000 на Озоне можно найти Z10. Вот такой Z10 можно на Озоне найти, который я вам покажу в конце стрима, как бы. Да. 400 там лучше будет, да, 400 там 3 трубки. Здесь, ребят, смотрите, как бы показывал, сейчас еще покажу, видно вам, 3 трубочки, видите, тепловые. Для 12 как бы с головой, для 12-400, в принципе, тоже подойдет, но будет немножечко шумнее, как бы. Поэтому оперативку ставили до щелчка, А2, Б2. И скриншоты все ведом высылает. Прям в сообщество, типа, в сообщество, как это. Запятка срез, ДНС. Где-то косарец ДНС надо ловить, короче, варианты готовые, мне кажется. Потому что, наверное, ты не соберешься этот такой нормальный комп. А подскажите, кулер для 1.4 с подсветкой, чтобы не очень дорогой. Ну, не очень дорогой, это 1500 рублей. Один 26 и 5.5, 4.8 помало на 13700K. Я же вот недавно 13700K тестировал, как бы, и вот 93 было. Ну, я же говорю, фризер там немножко получше вода. У тебя прям вертушки на фризере-то вообще как на всю молотят или как? Так, ребят, пол компьютера собрали. Получается, здесь зазорчик оставил, здесь хорошо, здесь все красиво.
Оператив ставим в двухканал, получается второй, третий. САС. Ребята, поставьте сейчас вот 10 лайков, давайте 70 лайков прожмете, я вам КСАС покажу, ребят. Без смс и регистрации, ребят, КСАС покажу. Я знаю, что фризер эффективнее, чем ОЛЭДСКА, но не настолько. Ребята, давайте, прожмем 70 лайков, я вам КСАС покажу. Корпус, который на картинке у вас, да, который на картинке, сейчас показывать буду. Корпус, это Т3, фортплеер. Веду, мы скриншоты скидываем в группу Turbo PC, ну не в группу, а вот, понял, чат наш, если у тебя есть чат там. Не, теоретически это, конечно, может быть возможно, но мне кажется, не вывозит. Охлаждение, ну, не должно так как-то. То есть ты сказал, сколько там, 82 градуса, да? Ну, как бы, если у меня 93, как бы, ну, тут разницы не может такой огромной быть. Да, ребят, вот он корпус наш, малыш. Это у нас, короче, First Player, Т3. Как бы здесь дверка такая открывается, симпатичная дверочка, я вам скажу, ребят. Как бы открыл, здравствуйте, я вас не ждал, идите отсюда, и все, закрыл. Вот она снимается вот так вот аккуратненько на петелечке. Такая петелечка, видите, тут справа, ребят. И, соответственно, здесь у нас болтики всякие. Вот у меня как раз 3260 IP на 400 вместо 32 кб. Понял, понял. Здесь, наверное, минус из-за того, что здесь... Не, здесь вроде бы трехпиновые кулера. А вроде бы были же этот, были Молексы. Это переделали, короче. Он пропал, ребят. Да, Ведом, смотри, может тебе нужно снижать будет, потому что, ну, цифру, если у тебя все так будет работать стабильно, это круто. Ну, я думаю, что чуть поменьше надо цифры делать. Так, сзади у нас получается что? По кулерам, ребят. Кулера здесь трехпиновые. А раньше вроде бы были не трехпиновые. Раньше были Молексы и... Молексы были. Сейчас просто трехпиновые. Это, ну, в принципе, покруче стало. Не нужно переходнички всякие юзать. Или, наверное, я путаю с поверкейсом. Поверкейса там, который вижу, он, соответственно, этот. Он там был с этими, с переходничочками, которые я подключал. Это, ребят, для меня от их сборки неплохой кейс. У нас сама система по себе не холодная, поэтому и корпус такой, как бы, нормальный. Он здесь, получается, малыш. Показать вам, ребят, спереди, да? Короче, никто КСАС не хочет смотреть. Спереди, ребят, видите, у нас такие, получается, защелочки. Передняя панель. Вот так открывается. Здесь еще пыльвичок, видите? Смотрите, на магнитиках удобненько так, опа. Взял там раз в месяц, прочистил его. Обратно на магнитиках вот так взял, смотрите. Руками не нажимаю, ничего, видите, там, опа, примагнитился. Дрынь, дрынь, как бы нормально. И, в принципе, этот пыльвичок, тут кулера обычные, типа трехпиновый, показал уже. И, соответственно, вот. Так, это металл, ребят, это металл. Если что, это металл, как бы, чтобы вы понимали, как бы, ну. А металл, как бы, выглядит подороже. Вот так вот, кратко не будет слазить, как бы, ну посмотрим, будет, не будет слазить. Ну, я же такие ставил много раз. Сверху пылевичок так же самое. Потом у нас кнопочка LED, которую мы не будем слазить, перезагрузка, USB 3.0, USB 3.0, две штучки, USB 2.0, наушнички, микрофон, раздельный, кнопка включения, соответственно. Сверху можно 240-ки, либо 220-ки поставить. Ну, скорее всего, наверное, 120-ки, потому что материнская плата, бэкплейт будет мешать. Хотя здесь, в принципе, места, ну, достаточно, я вам скажу. Места хватает. Здесь у нас будет мать. Да, у нас места должно хватить, чтобы церковки даже поставить, чтобы в упор туда додавить его. Так, получается, что? Вот хочу вот эти вот кулера рассоединить здесь. Пойдет 12400, 16, супер. Ну, зачем тебе этот? Ну, если ты в будущем будешь видеокарту менять, да, так возьми 12100. И все, тебе попроще будет. А на 12100 ты сможешь потом даже 360 поставить без проблем. А вот 2К и 3070. Здесь не RGB-шные кулера, а просто LED-овские. Они пятицветные. Ну, никакие, ребят. Как бы стоимость этого корпуса, как бы этот. Все вопросы снимает. Стоит он сейчас наполнить. Знаете, сколько? Стоит. Или не знаете, сколько стоит корпус, ребят. А, наверное, не знаете, потому что он этот. Он же приехал только вчера. Чек еще не распечатал. Привет, как думаешь? RCM 48, так норм, думаю, не сильно. Не сильно. Если у тебя прям рационно, она там в щи,
То можно, но, наверное, нет, мне не интересно. Это цени сборку, так. 12700, 690, гейминг. Ну, видеокарта у тебя, как говорится, в упор видеокарты будет, дружище. Поэтому видеокарта тебе бы получше, как бы. Было бы вообще замечательно. Если дотку будешь играть, то нормально. Лайки поднажмем, нам нужен святой пса. Ребята, 70 лайков и показываю пса. Без смс и регистрации. Получится по 2,5 диска здесь был разъемчик. Еще снизу можно типа либо 2 жестких диска поставить, 3,5. Либо, соответственно, один жесткий, один сверху там 2,5 поставить еще. Так, вот здесь вот так хочу. А я хочу вот так. И вот так вот. И вот здесь хочу эту штуку сразу доставать сюда. Почему берешь полный полидол? Потому что она стоит дешево. А ты предложи мне альтернативу, дружище. Скажи мне альтернативу, пожалуйста. Чем она тебе донная, как бы? Ты вообще, ну, в руках держал ведь эту карту хоть раз в жизни? Вот эти советчики, которые диванные, как бы, которые в руках SSD-ху или видеокарту не держали, то да, это не самая лучшая видеокарта. Но цена перекрывает полностью все потребности. Что за корпус? Это получается Т3, Trilobite First Player. Как говорится, слышу звон и знаю, где он, да? Ну возьми дороже, возьми Z3O за 37. Z3O, что тебе мешает взять Z3O за 37 рублей? На 10 тысяч дороже. Все. Ответов не будет на вопросы. Понял. Так всегда. Не получилось поболтать. Зачем мне ее держать, если уровень шума и температура не самое лучшее? А, видишь, ну ты, значит, не держал ее в руках. Откуда ты знаешь тогда шум и температуру? На что ты опираешься, как бы? И что тебе мешает, например, купить другую видеокарту? Скажи. Если у тебя есть на 10 тысяч дороже, ты как бы этот. На 10 тысяч рублей подороже можно взять и 3070 уже. Путки в тапках в описании. Да, там все комплектующие есть в описании. Вот такие дела, ребята. Вот такие делишечки. Я просто хотел узнать про Хайникс. Хайникс на 360 не распространяется. Ха-ха, зачем мне держать? У меня есть интернет, и я могу посмотреть тесты температуры Colorful Ultra. Вот тебе альтернатива. Напиши стоимость Colorful Ultra, дружище. Напиши. Colorful Ultra. И где ты будешь покупать ее? Напиши. Ладно, тут, короче, смысла нету. Я, ну, это уже переиграно полностью. Так ты не первый человек, который это говорит, поэтому тут, ну, аргумента у тебя, к сожалению, не будет, дружище. Уже, ну, все понятно. 31 KR7, понятно все. Понятно все, вопросов не имею, дружище. Не нравится, просто, ну, отпишись и, соответственно, выйди с трансляции, если тебе не нравится что-то во мне, как бы. Я тебе не идеал, соответственно, я не этот, не 100 долларовая купюра, чтобы там на меня равняться. Поэтому, если это, цена этой видеокарты стоит, например, 27 тысяч рублей, о чем она зашла, то, соответственно, она будет выгоднее, чем 33 тысячи в Рцевене. Понимаешь? С тобой, ну, смысла, как бы, дискуссию вести не имею. Colorful, которая кульки отлетают через водик. Давай Colorful всем поставим, а потом будем их все менять. Здорово, подскажи, какой норм проц райзен для хорошего FPS? Подскажи, какой проц райзен для хорошего FPS? А какая у тебя материя? У тебя есть вообще что-нибудь? Ты хочешь именно на райзен собрать или с обратно, или нет? Или ты, у тебя, например, ну, есть какой-то типа 2400, типа 2600, и ты хочешь типа обновиться, или просто ты с нуля хочешь на райзен собрать?
Так, ребят, что у нас по ножкам? Две ножки надо прикрутить. Сколько вентилятор туда можно установить? Ну, сверху два можно поставить, как бы тут три установлены, здесь установлен еще один. Поэтому такие дела. Материнская плата. В принципе, под такую сборочку Pinetta X смотрится симпатично, я вам скажу, ребят. Смотрится симпатичненько. Ждем Святой Эксас. Да нету, 70 лайков нету, поэтому. Вы же, ребят, этот, как бы, тоже, как бы, думаете, что вы пишете, как бы. 72 нету. Снизу плюс 2 вентилятора. Ну, теоретически можно, но, наверное... Ну, здесь не поставишь, потому что здесь блок питания будет. Здесь можно, да. Вот именно снаружи поставить, да. Ну, наверное, здесь можно, но, наверное, это, как бы, сюда ставить. Как бы, это бюджетный корпус, ребят. Привет, слушай, такой вопрос. Почему у тебя всегда сборки на Интеле? Потому что мне Intel деньги платит, и я забираю на Интеле. Ребят, ну почему? Ну потому что выгоднее. Выгоднее собрать с гарантией, соответственно, в Москве выгоднее собрать на Intel. Чем собирать на Ryzen, который, ну, полумертвый. Мне это более интересно, как бы проблем, соответственно, меньше. Так, ребят, вставляем материнскую плату. Наверное, потом все остальное ставим. Посмотрим, кулер будет мешать, не будет мешать. Такую видеокарту взять до 7 косарей. Ой. Это бэушку искать на Авито какую-то. Может 1060 найдешь. Если найдешь, будет круто. Привет, у меня такая проблема. Я сейчас сел комп продавать первый раз. За 3 года я снял плату и отключил кроме USB 3.0. По такое чувство, что ты что-то припаяно. USB 3.0? Нет, USB 3.0 он очень тяжело достается. Его доставать очень тяжело, тебе скажу. Там надо силе приложить. Не, если бы, смотрите, ребят, как бы, если бы на Интеле, но на Ryzen не были бы какие-то альтернативы сейчас, повыгоднее, без Алиэкспресса всяких, без Озона, без ничего, конечно бы я собрал бы на Ryzen. Вот мы было время, когда мы 5 лет назад собирали на 2600, соответственно, сколько мы сборок собрали на 2600, блин, на 3500, 3100, мы собирали сборки, соответственно, блин, на Ryzen, потому что это было интереснее и выгоднее. Тут вообще что-то резьба кривая. Они же ушли полностью в PlayStation, мне кажется, из-за этого. Ну, как бы, я такой, как бы, тоже диванный теоретик стоит с этой стороны, как бы. Я, как обычный потребитель, как своим клиентам, рекомендую, ну, вот, брать Intel, потому что они выгоднее. Смысл брать сейчас 3600 и Ryzen, как бы, если можно взять 2100, которые, ну, одна поток будет поинтереснее. Встроены 4 вентилятора нормальные. Ну, обычные, короче, это F1. Трехпиновые F1, обычные кулера. Как бы супер ничего нету. Обычные, которые регулируются по напряжению, нормально все будет. 5600 за 13500, это очень дорого. Это очень дорого 5600 брать. Если можно взять за 11 тысяч. Вот, 12100 за 11500. Для себя собираешь или для продажи? Дружище, смотри, меня зовут Иван, я занимаюсь сборками компьютеров, собрал более 500 ПК, собираю компьютеры на заказ. Если тебя интересует, соответственно, купить этот компьютер, то пиши мне в группе ВКонтакте, либо в Телеграм-канале, либо где тебе удобно, куча ссылок в описании есть. Каждый день для себя компьютер собирать, думаю, как бы, ну, наверное, нет. Так, здесь мы вставим и там вставим, все хорошо будет. Вот такие дела. Так, ребята, что у нас получается? Прикручиваем болт и подключаем переднюю панель. А что-то нет оповещений сегодня, что подписчики подписались. Нету. Есть, ребят, кто сегодня только на стрим зашел? Или нету таких людей, которые сегодня зашли на стрим? Или все, которые уже вчера, позавчера, именно сегодня? Ни одного оповещения не было, что, может, алерты не работают там? Корпус тихий, ну, если его настроить, он будет тихий, естественно. Мы требуем XAS. Давайте покажу вам такой, ребят, микрофон. Если 8000 подписчиков наберем в феврале, то вот такой микрофон, Impregame 8, я разыграю там, соответственно, среди подписчиков по билетикам. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, давайте делать этот...
канал поинтереснее. Не, отписаться, подписаться не нужно, не нужно. 5600 за 8.9. Вот эта тема, да? Да. 8 тысяч покупаешь, все хорошо. Ребята, кто ставил лайки и ждал САС, ребят, САС есть. У каждого нормального сборщика должен быть в чемодане, как говорится, САС. Поэтому лайки за КСАС поставим, ребят. Это чудесный блок питания. У меня шорт даже по нему есть. 700-ваттный, как говорится. Аэрокуловский. Но тут... О, гарью пахнет, ребят. Ох, как хорошо. Вдохнули немножко, ребят, да? Вдохнули немножко сейчас этого запаха гари. Я его в тумбочке храню, показываю. Показываю тем, кто себя ведет плохо. Кто себя ведет плохо, тот, соответственно, это. Вместо ракет использует, да-да-да. Так вот он покрасивее. Хочешь сказать, что это самый норм ПК в таком ценовом диапазоне? Вот который у меня? Или какой норм ПК в ценовом диапазоне? Который я сейчас собираю, в принципе, ну. Если материнскую плату попроще поставить, и SSD поставить не NVA 7000, а NVA, которая 5000 N-ки, то будет получаться дешевле на 1000 рублей, на 3000, на 4000 рублей. Да, на 4000 рублей, если сэкономить, то и вообще будет интереснее. Но плата будет, аж чипсет будет похуже. В принципе, 4000 рублей, если у вас прям вообще самый крайний день, 4000, который там у вас не хватает на жизнь, то, соответственно, этот. Но да, можно плату попроще. Так, да, это сбалансированный комп, и кулерок здесь нормальный, все хорошо. На чем здесь экономить еще, я не знаю, наверное. Если напишите, ребят, в вашем чатике сообщение, на чем сэкономить. На чем здесь можно сэкономить, как бы, ну, на плате и на SSD-хе, как бы, можно вот 1000 на SSD-хе и 3000 на плате сэкономить можно будет. Ну, я не хочу, не хочу это делать. Ну, то, что я сказал, в принципе, Лестер, да. То, что я сказал, в принципе, ну, то это тоже. На корпусе не сэкономишь, ребят. Корпус, сейчас скажу, почему купил. Но очень дешево вышел. Нам же нужно, как бы, новый, этот. Новый, красивый, симпатичный. Сейчас посмотрю, почем он вышел. По 4000 рублей, ребят. Ну, 3890. 3890, поэтому... Ну, на корпусе можно косарь сэкономить было, если какой-то фуфлыжный корпус взять. Не, ну, можно, в принципе, сэкономить 3000, взять простой, обычный дешманский корпус, да, но это будет не новое пальто, понимаете? Как бы ты, когда покупаешь компьютер, хотя бы там 1070, ты... Он должен быть у тебя красивым, новым, свеженьким, чтобы здесь не было потеков, там собаки не обсыкали его, как вот на Авито подают за 500 рублей корпуса, вот такие вот. Ну, блок питания можно было на 500 рублей дешевле, но на 200 рублей дешевле взять 550 ватт, но я бы не брал бы, я бы такой оставил бы и все. Так, здесь подсоединил, здесь подсоединил, здесь подсоединил. Все хорошо. То есть подкрутил. Я, ребят, не могу вам говорить, где я покупаю комплектующие, как бы, потому что, ну... Потому что вам там не продают. Покупайте в ДНС, в онлайн-трейде покупайте там. Кто знает, где покупайте, покупайте. Я у дистрибьютора покупаю там. Когда как физлицо покупаю в магазинах обычных, ничего страшного нету. Дружище, там в описаниях есть. В описании есть перечень комплектующих и стоимость. Посмотри, пожалуйста. Так, наверное, сюда, да? Может, даже... Ну, давай сюда. Так, по кулерам это мы распределим. Я, ребят, распределяю сюда нагрузку. В принципе, можно и 3 кулера в один ставить. Даже 4 можно ставить. Можно 10 людей 10 вставлять. Как бы я ставлю, разделю, 2 у нас разъемы есть. Два кулера поставлю этот и этот в один разъем, два кулера в этот разъем. Я считаю так, ну, если у нас есть отверстия лишние, почему бы их не задействовать? Распределить нагрузку было бы неплохо. Вот этот верхний, их туда ставим, а эти нижние вот сюда. Какая разница между частными компаниями, которые собирают ПК и заказывают сборку ДНС? Ну, цена. Цена и качество сборки. Думаю, это основные такие аргументы.
Если ты нашел там где-то по акции в ДНС комп, который у меня стоит там 80 тысяч рублей, то бери его, наверное, в ДНС, как бы, если тебе там спокойнее, как бы. Но в основном, если такой комп, например, стоит 70 у меня тысяч рублей, 72, то в ДНС он будет стоить дороже 1000 на 10. Ну и плюс у меня уже собрано, винда накатана, типа, все. А там тебе нужно еще, типа, винду накатить, драйвера поставить, пиус обновить, все вот эти манипуляции провести. Так, это что у нас? Это у нас ресет. Это ресет. Здесь ты просто забрал его на почте, либо приехал ко мне, забрал его, и, соответственно, пользуйся им. Включил, запустил игрушки, все у тебя играется. А там тебе, ну, если ты, ну, шаришь, типа, ну, сам накатил себе этот винду. Если не шаришь, то, ну, отдай кому-то 1000-2000, чтобы тебе накатил винду, обновил биос, все программки поставил, чтобы тебе все хорошо было. Возьми этот, ПК-шку, блок питания, ПК возьми 650, вот такой, как у меня, в принципе, сборки, или 600 возьмем. USB 3.0, ребят, кто там спрашивал, они очень тяжело отсоединяются, поэтому имейте это в виду. Его отсоединить очень тяжело. Как говорится, этот. Имея не ценишь, потеряв начинаешь ценить. Так, у меня получается USB-шка здесь ближайшая. Вот там, да, по центру. Давайте я вам повыше сделаю, чтобы немножко видно было. А, давайте впереди панель подключить. Какого года выпуска корпус? Да вот они в прошлом году появились только. Свеженькие. Свеженькие пирожочки. Ну их сейчас раскупят. Сейчас цена-то на 4000 рублей. Сейчас будет цена через неделю на них, соответственно, это. 4500 прям. Скринки. Ну, так всегда происходит, когда корпуса появляются, чтобы как бы, ну, привлечь внимание, они ставят там на 500, на 700 рублей, на 1000 рублей дешевле. А потом, когда их уже, ну, куча блогеров, куча обзоров сделали, как бы их покупают там, как бы, то почему бы не поставить подороже? Ну, тоже бизнес. И получается передняя панель. Хватит водянки с одним кулером на 3105. Зачем вообще водянку брать с одним кулером? Для этого, ну, возьми обычный кулер. Возьми 214 либо 504, 903 возьми этот и кулинг. У тебя будет все хорошо за 1000 рублей. Зачем тебе брать воду, не пойму. Если она у тебя есть, типа, ну, на халяву, то либо по цене там 1000 рублей, то, ну, ставь, конечно, а так не целесообразно. Привет, слушай, что устанавливается на SSD, а что на SSD? Да все на SSD устанавливается, как-то. SSD же скоростнее, как бы. На жесткие диски храни там фотографии свои, там, типа всякие там свадебные мероприятия. Поэтому такие дела. Так, здесь наклейку снял. Здесь переднюю панель подключил. И, соответственно, сейчас блочок будем подкидывать. Да, ребят, если какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Если есть, конечно, возможность поддержать стример, то, ну, QR-код отсканируйте вот здесь. QR-код отсканируйте, и там копеечкой можете поддержать. Если нет, просто пишите сообщение в чате, ничего страшного нету. Все мы люди, не у всех есть деньги. Поэтому такие дела. Пишите собачки Turbo PC. И тогда на вопросы буду отвечать. Так, телефон на зарядку кину. И будем с вами дальше болтать. Будем с вами болтать. Но у меня дешевле получается, чем там в ДНС. Я уже сравнивал. Дешевле, чем в ДНС. 3500 сборка компьютера стоит. И вот такого компьютера собрать комп стоит там 3500.
Ну, это очень дешево. Для Москвы это очень дешево. Так, ребят, по блоку питания. У нас, соответственно, ПКшка. Обычный бронзовичок, не супер-дупер. Блок питания не самый лучший блок питания в мире, ребят, но и не худший, как бы скажу. Это получше там ксасов всяких. Кто там у нас еще, блин, есть? Эти ксайленсы. Всякие там, которые без сертификата. А это обычный бронзовичок, которого, типа, этот, для нашей сборки хватит. Покажи, какой лучший процессор для 47, чтобы раскрыл карту на 100%. Ну, возьми 12700, 13600K возьми, чтобы прям точно раскрыл. А вообще, обычно, вот берешь 12600KF, разгоняешь немножечко, все хорошо будет. Как бы вот такой блок питания обычный. Бронзовичок для нашей сборочки с запасиком, ребят. Получается, у нас пупырочкой покрыто все, как бы, пакетики. Все красиво, когда у папы сила. И, соответственно, вот он. Наш бронзовичок, ПКшка 650, 80 плюс бронза, 650 по 12-вольтовой линии 648 ватт. В принципе, неплохой блок питания, я их юзаю, еще ни один не отлетел. Поэтому, с точки зрения, ну, опыта их установки, то, соответственно, ну, еще ни один нет, не вышел из строя. Как выйдет, я вам скажу, ребят. Скажу, вышел из строя. Обычный среднячок стоит там 4000 рублей. Лучше, чем ПФ-ки, ребят. Лучше, чем ПФ-ки, соответственно. Лучше, чем... Что там еще лучше? Лучше, чем Кьюгары в этой ешке. Лучше, чем СТЕшки. Или чем Залманы лучше. Вот эти Мегамаксы всякие эти. В отбитой. Плюс моник комплекты. Покоса, ты это купил или ты хочешь купить? 77 тысяч, ну, в принципе, на этот. Дорого, наверное. У меня дешевле. Посмотри у меня, дружище. На Авито, вот напиши слово Авито. У меня там есть вариант за 80 тысяч рублей, вообще обалденный. А за 78 с оперативкой, соответственно, 16, а там 32. Вот, рассмотри, это будет поинтереснее. Потому что у тебя там этот, типа, мать, которая нахрен не нужна. Оперативы 16, типа, нормально. Блок питания, как бы, корпус не сильно интересный. Если это все бэушное, то вообще не интересно. Если это новое, то... Ну, дороговато. 77 это дорого, мне кажется, для этой сборки. У меня за 78 поинтереснее вариант есть. На 3060 тоже. Там разница в видеокарте, чтобы ты понимал. Привет, Вань. Спасибо за чашку и конфетки. Тебе спасибо, что ты поддерживаешь меня и там залетаешь добрым словом, как бы говорится. Спасибо тебе большое, Дрим. Что-то нормально, все не разбилось, ничего, доехало. Напиши в чатике. Здесь, наверное, этот слизанный болтик попался. Теперь можешь пить чай. Либо воду, что там пьешь. Кружечка. Арчевась, привет. Как накопилось на новый ПК, насколько хватит? Как накопить на новый ПК, насколько хватит? Ну, как накопить, как бы? Ну, берешь, у тебя есть лишняя 1000 рублей, положил ее под подушку, либо куда-то спрятал, типа, не знаю, там, все доехало нормально, да? Ну, все с кайфом. Главное, что ничего не разбилось. Что я переживал, что там, ну... Ну, они запаковывают хорошо. Как бы, я тоже там запаковывал при них. Ну, все же может быть. Все доехало нормально. Ну, скажи, спасибо, дружище, что долетел, поддержал донатиком, как бы. Все знаете, что Dream — это жесткий тип, ребят. Тут сверху написано, смотрите. Где тут? Смотрите, написано, жесткий тип — это Dream. Видите, вот сверху? Жесткий. На свой телеграм подписался. Красавчик, Рома, красавчик. Подписался на... Я блогер, подпишись на канал.
Все, как вообще дела? Рассказывайте, ребят, что у вас новенькое, что старенького? Что по настрою, ребят? Я выхожу в обед, потому что в обед не выходят блогеры популярные, стримеры не выходят, ну, соответственно, ну, я с расчета этого, того, что у меня будет аудитория побольше. Просто если бы я вышел вечером, когда стримит там Витя, Арчи, всякие Дани, там, всякие Дакары стримят, ну, понятное дело, что техноконтент был бы, наверное, не сильно интересный. Было бы у меня там 40 человек, ну, которые на стриме. А вот в момент, когда я выхожу там в час, в 12, ну, я понимаю, что там многие люди на работе, ну, все равно там, соответственно, это, люди залетают, здорово, тут Арчи зашел. Да, 7к подписчиков пробили, ребят. Собираю железотоп, и к тебе привезу на сборку. Ну ты, перед тем, как покупать, ты скинь, что там вообще, может, что-нибудь поинтереснее найдем, повыгоднее где-то. Будем собирать. Стекло закаленное корпуса, да, на крышке такое стекло закаленное обалденное. Ну, не прям самое офигенное, которое в мире есть стекло, ну, нормальное. Нормальное стекло. Я только тебя смотрю вверх, вернее, слушаю, пока на работе. Вот, даже Ленар залетел, ребята. Даже друг мой, казанский друг, мой лучший казанский друг, залетел ко мне на стрим, ребята. Вы что творите? Даже самый жесткий стример в этом мире залетел. Дела в кайф. Собираем сборочку, такую бюджетненькую, говорю, для народа. У нас 130-60 балансированная сборочка. Как бы все хорошо. Подскажи, между, кажется, вот плюс есть разница. Ну, окажется, 20-й он побольше сам по себе, по горитам, соответственно. И, соответственно, этот. Но окажется, 20-й больше, ну, немножко эффективнее. Но он немножко громче. Прям немножечко громче. Я бы брал, окажется, 20, ребят. Вот я бы брал, окажется, 20. Только его брал. Ленарчик, у тебя как дела? Ты что там? Я что-то смотрю, ты не стримишь последнее время. Вчера не было вроде бы тебя, да? Или я вчера был занятой? Я вчера был занятой, может быть, не залетел. Но вчера вроде бы не было тебя. В воскресенье буду мать менять, а тот задолбался в играх, самолет летает на книге. Контент. О, красава! Главное, не останавливайся. Все будет с кайфом. Все будет хорошо. Контент это, ну, YouTube же он для видео. Для контента. Вот мне бы еще, наверное, видео 3 снимать бы в месяц, было бы вообще обалденно. Пока я только этот. Пока один видос могу снять. Ну как, не могу. Вот, короче, вчера пришли комплектующие, думал, может быть, эту сборку сделать. Типа, ну, видео по этой сборке. Потом смотрю, у меня же есть такое видео по этой сборке, только там просто на 400, там разницы особо нет. Не знаю, что-нибудь такое. У меня же контент типа про сборки компьютеров, поэтому. Вот было вот у меня 4070 Ti неплохая, соответственно. Ну, шорты, я вот снял шорты, да. Ну, такие там шорты, получается, это. Интересно. Ну, вот я хочу тоже два минимум. Два минимум в месяц, как бы, делать. И развиваться, чтобы делать, ну, хотя бы каждую неделю по видосу. Потом двигаться. Просто, ну, непонятно, одно и то же не хочется плодить. Видеокарта не будет слышно в этом корпусе. Ну, ребят, это не самая лучшая видеокарта в мире, я вам сказал, по тишине. Ну, будет все нормально, не будет слышно. Не будет такого, что у тебя там, блин, 50 дБ, 60 дБ. Будет там, ну, в районе 40, типа. Для кого шум 40 дБ, соответственно, ну, критичный, для кого не критичный. Это если вы будете играть на 3-4 часика. Если вы будете в браузере сидеть, понятное дело, он вообще бесшумный будет. Поэтому такие дела. Работа есть. Ну, работаем, видишь, Ленарчик, работаем, понемножечку работаем. Все хорошо. Говорится, вашими молитвами. Вот сейчас Ленар сел на диету. Поэтому, если этот, ребят, на кого-то буду срываться там, то знаете, толстые люди, они все добрые, пока они этот, пока они не голодные. Когда они голодные, они очень злые. Сейчас уже все, водичку пью. Водичку пью, как говорится, этот. Только с конфетами завязал, тактяками завязал. Все, ребят, теперь, короче, водичечка. Там яблочки. Ну, вот это все, короче, что это. Что не нравится обычному человеку есть, вот то сейчас и ем, короче. С утра творожка поел. Ну, правда, ложку меда еще съел. Поэтому, ребят, извиняюсь. За мат извини сразу. Есть корпус со встроенным Arctic P12? Да, наверное, нету. P12, они же корпуса, наверное, где-то не вставляются нигде.
Вроде бы. Не помню. Может, и есть, но, наверное, нет. Также, ребят, кто присоединится на трансляцию, прожмите, пожалуйста, лайкосик. Это очень помогает продвижению моего канала, потому что у меня цель, ребят, есть. Цель набрать 8000 подписчиков в феврале и вот такой микрофон разыграть. Ребят, победите, кому образовались, вот такой микрофончик темненький, как бы, разыграем. Подпишитесь на канал, мне очень будет приятно. Когда смотрю, там, чтобы мне подписываться, блин, по 50 человек, по 20 человек в день, мне очень приятно, ребят. От яблок только жор просыпается. Но я по одному яблоку в день ем. Поэтому... Если там этот... Ребята, кто на диете, ребята, девчата, те люди богатые. Да что-то этот... Если бы это было так, я бы всегда на диете сидел. А так пока... Пока богатство не замечаю, короче. Стрим с этим микрофоном. Да я же видос по этому микрофону записал. И не хочу его юзать, ну, грубо говоря, чтобы, ну, он был новый. Я вот его там повязал, сколько, 3-4 части, видос записал по нему, и, соответственно, все хорошо. Потому что, ну, он новый человек, он должен достаться, который выиграет в розыгрыше новым. Когда будет сборка 5800? Лучше, наверное, 7800 уже, типа, 7600 какие-то, вот эти вот интересные, которые М5 камни. А вот эти вот М4 как-то уже перелопатили все-все. Если кто-нибудь привезет, типа, то соберем, конечно, а так. С нуля заказ, ну, не сильно интересно. Поэтому такие дела, ребят. Давайте 100 лайкосиков прожмем. 100 лайкосиков. И все будет хорошо. Какую поставишь мать под 12-400? Вот такую, бери базуку, нормально. 4-60 на будущее докуплю. То есть, ну, такую базуку возьми. Либо, если полноразмерную, от X, ну, это опрошку возьми. B60 Pro. Она неплохая. Ну, 5800 3D он подороже. Поэтому, ну вообще, да. Из-за М4 камней, наверное, вот этот самый интересный проц, это 5800 3D. Остальное что-то вообще не интересно. Зачем на i3 12100 делать? Что ты имеешь в виду, Егор? А сколько базука по цене? 11 косарей. Дунейс 11 косарей. Да, в принципе, можно 240-ки без проблем, ребят. Здесь места куча, как бы. 7800 бы, ну, потыкать бы интересно было, с точки зрения, как бы, собирать там, грубо говоря, чтобы, ну, у меня лежал, нет. Если под заказ, только кто-то закажет, да. Под заказ интересно. Поэтому такие дружочки-дружочки. Ну, 7800 3D, да, да, интересно будет потыкать их. Ну, я на 5800 3D один раз собирал компик, как бы, человечку под заказ. Без стрима, это еще до стримов это все было. Я один раз его юзал, ну, неплохой камень, как бы. Это было год назад. Спасибо тебе за 30. Не подскажите, в чем проблема? В играх скачет частота пул от 780 до 1950. Раньше в играх стабильно было 1950. Сейчас как повезет, карту и андервольтил. И откатывал, ничего не помогает. А какая игра у тебя? Напиши, дружище, в чат. Может, там в игре какие-то этот... Движок что-то поменяло, что-нибудь такое, как бы. Сейчас, ребят, 2 минуты, интимный момент. Напиши еще раз, какая у тебя видеокарта и какая у тебя игра. Ты во всех играх. 1950, это, наверное, какая-то у тебя 3060, 3070, что-то такое. Да, ребят, этот компьютер можно купить у меня. Для подписчиков YouTube канала будет скидка. Не вот такая, ребят, скидка, как у всех. Вот обычно вот такую скидку делают, а вот такую скидку сделаю, ребят. Вот такую сделаю. Не вот это вот, как вот это обычно, а нормальную такую скидочку сделаю, хорошую. Поэтому, если интересует, то пишите, звоните. Ссылки есть в описании на все контакты. Группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Авито, куда угодно. Ну, 360, да, 360 у тебя, скорее всего.
Не знаю, дружище, что может быть, потому что... Какая рана, пиши, во всех играх? Может, и деградация пошла там этого? Вряд ли, конечно. По биосу, может, какие-то там косяки? До этого все нормально было. Может, вопрос у тебя по биосу там, дружище? Это видеокарта сама. Напоминаю, что у видеокарты тоже есть свой биос. Не только материнские платы есть биос, но и видеокарты тоже есть биос. Попробовать подзашить, как бы, драйвера у тебя, все последние драйвера, как бы, все, да? Нет, я этот, 3600, говорю, слабее. 5600 и будет, конечно, поинтереснее, чем 12100. Вопрос цены, дружище, понимаешь? Сравнивать 12100 с 5600 нецелесообразно. Ну, если ты, конечно, не покупаешь его за 7000 рублей. Если ты покупаешь его за 7000 рублей, то сравнивать его можно. Как бы 5600 это с 5600X сравнивают с 12400 обычно. Они похожие камушки. Что, можно включим? Посмотрим, ребят. Давайте, 76 человек на трансляции. Давайте, ребят. 10 плюсиков в чат нажимаем и 100 лайков. Пробиваем 10 плюсиков в чат и включим. Посмотрим, вообще запускается, не запускается. Смысла есть, нету. Забатил на плюсы вас, да? А видеокарту ставить? Кто будет? Арч, ты чё? Видеокарту, ты чё? Кто будет ставить видеокарту? Давайте тогда, ребят, 10 плюсов покажу, как открывать видеокарту. Видеоводянка за 5 косарей туда влезет? Да, думаю, влезет. Ну, надо посмотреть, не знаю. Наверное, тут будет упираться, этот кулер будет упираться. Я бы сюда воду бы не ставил. Ваня подставил. Вот, Арч, молодой, горячий. Сейчас, ребят, давайте, короче, значит, плюсы ставим. Плюсы ставим то, чтобы я открыл видеокарту и показал, как вообще, ну, когда покупаешь видеокарту, на что обращать внимание. Вот, ребят, один человек, один плюсик, давайте. Один человек, один плюсик. Напоминаю, ребят, видеокарта у нас 3060. Вот такая вот коробочка беленькая, 12 гигабайт здесь. Соответственно, смотрим на что, ребят, как бы. В первую очередь смотрим, у нас здесь пломбочки такие есть у нас, видите? Значит, они прозрачные. Как бы их вот здесь скрываем. Как бы после этого, ну, может, до этого, после этого. Смотреть на серийный номерок. Серийный номер, видеокарта у нас здесь 3280. Дальше открыли саму коробочку беленькую. Открыли, соответственно, коробочку. Смотрим, дальше у нас темненькая коробочка. Внутри этой коробочки видеокарта, ребят. Как бы дальше смотрите, фьюзер мануал, это инструкция, как типа использовать, можете почитать, не почитать, здесь в принципе написано, что тут написано у нас, все по-английски, непонятно, типа зайдите на сайт и посмотрите инструкцию, типа, отсканируйте код. И, соответственно, дальше, ребят, пусть это пупырка, идет у нас видеокарта. Смотрим, у нас внутри, получается, есть что-то на пленочке, сама видеокарта 3060. Соответственно, смотрим, видите пломбочки, вот эти пломбочки, они, соответственно, не вскрыты, если вы скрываете пломбочку, то потом обратно приклеить ее, ну так же красиво не получится. Как бы смотрим, все нормально, отверстие здесь есть. Открываем, как бы, ну поняли, остается такое пятно. Открыли это все в коробочку, дальше кинули. И получается у нас здесь видеокарточка. Здесь у нас пленочка на палитке есть. Соответственно, на некоторых видеокартах пленочек нету. Поэтому здесь на некоторых видеокартах есть заглушки на PCI. Здесь, получается, тоже бывают заглушки, но на палитке дуалки здесь нет. Отрываем вот эту пленочку красивенькую. Тоже туда ложим пакетик. Смотрим, ребят, дальше. Серийный номерок. Серийный номер. Смотрим здесь. Сравниваем с чеком, если в чеке есть. И сравниваем с коробкой, чтобы они совпадали. 3280, как я вам и говорил. Здесь, получается, пломбочка есть, ребят. Что никто ее не вскрывал, как бы, соответственно. Так, визуально посмотрели. На термопрокладочке посмотрели, что ни пылинки, ни соринки нету. Розовенькие, красивенькие термопрокладочки. Все хорошо. Сама видеокарта здесь не... Небольшая, вот такая плата на ней, остальное все радиатор. Как бы вот эта плата, а здесь радиатор, получается, охлаждается. В принципе, хорошо, не самая холодная видеокарта, как бы не самая тихая видеокарта, как бы. Ну, альтернатив, в принципе, за эту стоимость, к сожалению, нету. Есть альтернативы дороже, там, на 5, на 7 тысяч рублей, как бы, вот. Всякие там колорфулки, вот эти Vision, типа, они стоят чуть подороже. Как бы. Ну, на Vision там еще кулера немножко послабее, на колорфулках. Здесь кулера, как бы, получше, но немножко шумнее. Я рекомендую, в принципе, за 500 рублей андервольтинг ее, и будет то же самое, сэкономить при этом 1080.
Ну вот. Виетум, я же тебе говорю, у меня вот, я же недавно проверял. Вот, ребята, обратите внимание, как бы видеокарточка новенькая, все на гарантии. Гарантия на нее 12 месяцев. Так, Ваня, признаю, что темпанут, снипбэдж, без ошибок, 10 минут, мультикор, температура 90, ну вот, вот, 94 градуса, это нормально, вот такие цифры у меня были. 94 градуса, да. 93 у меня было. Так у меня была ниша, ниша частота была. 31 тысячу баликов, я не помню, сколько там было баликов у человека. Я не помню, сколько баллов, честно говоря, вот этот. Но тебе, может быть, еще немножко показаться с кнопки нужно. Спасибо, ребят, всем за 100 лайков, когда... Вставляем видеокарточку, обращаю внимание, ребят, на этот ключ, который внутри, PCI-ный. Его, соответственно, нужно как бы отщелкнуть. Он у нас защелкивается, сейчас покажу сверху. Вот, получается, видите, отщелкивается, защелкивается. Его отщелкнули, чтобы видеокарту туда вставить. Аккуратненько до щелчка вставляем. Не давим, молотком не щелкаем. Вот, аккуратненько щелкнули, все, у нас щелчок произошел, слышали, не слышали, как бы, шумодав не подавил, соответственно, вот, щелкнули, все отлично. Корпус вентилятора на 4 пин или молекс. Трехпиновый. Будем регулировать напряжение. В принципе, ребят, если будут зрители, наберем там количество лайков какое-то, хотя бы 100-150, то, соответственно, это. Может, и BIOS прощем еще сегодня. BIOS прощем, и все будет хорошо. Какой кулер можно поставить вместо паладина? Ну, может поставить 214 XT, кулина будет нормально, в принципе. Советую с SDM-2 за адекватную цену. Ну, CS3000, неплохой вариант. CS3000, соответственно, стоит там 9000 рублей, если вы такой в Москве. Если в Донецке брать, то 11 стоит. Если бюджетный вариант, то такой Netec NV5000, NV7000 возьми, который у меня в описании. Сплю по времени, ну, сейчас мы посмотрим, сколько я сплю по времени. Наверное, 8 часов. А, у меня часы разрядились. Я думаю, что они не вибрируют, короче, целый день. А я их снимаю, короче, этот. Разрядились часы, короче. Ладно, пусть, короче, будут у меня. Потом заряжу. 8, наверное, часов. Мало. Ну ты подключил, потому что все кулера в один разъем, поэтому тебе мигает, Костя. Костянчик. Все, ребята, как говорится, сидели-сидели, за полтора часа полторушечку уже бахнули. А что вы сейчас заблокируют? Сейчас блокировка будет. В прямом эфире. Так, ребят, еще вопросики по железику пишем, спрашиваем вообще. Что вообще? Как дела? Дела нормально. Компьютер собираем. В конце стрима покажу вам корпус за 10. Покажу, посмотрим его. А потом может быть еще BIOS. Карта в нем холодная будет. Не, ну если ты ATX возьмешь корпус полноразмерный, то будет больше воздуха. Будет, конечно, похолоднее. Тут-то, в принципе, нормально все будет в балансе. Я уже ставил такие корпуса и все. Добрый день, AMD или Intel, не разбираюсь в компьютерах. Собираю сыну сборку для 2К игрушек. А сколько у тебя денег, Виталий? Виталий, сколько у тебя денежек, напиши. Из какого ты города? Надо протянуть с той стороны, ребят, потянуть. Паладин хватит для 400. Да возьмите получше, на 500 рублей возьмите лучше. Хватит, но будет шумнее. Я взял здесь на 12-100, потому что как бы на 12-100 вообще холодный камень. Как говорят, песенка на заднем фоне вообще в кайф, не в кайф? Нравятся такие песни, нравятся.
Или прекращать, короче, эти песни все. Эти песни нам не надо. Бюджет 170-200, Калининград. Ну, Калининград, видишь, я тебе Калининград не соберу, наверное. Ну, смотри, за 170 тысяч рублей... Смотри, дружище, у меня есть YouTube-канал, как ни странно, да, потому что я стример. Я стример, подпишись на канал. И, соответственно, этот. Посмотри вот последний видос, который мой. 4070 Ti и 12600KF. Вот та сборка выходит 150-155 тысяч рублей сейчас. Туда можно поставить видеокарту типа а-ля 4080, это будет более-менее нормально. Если за 200 тысяч рублей, это будет 13600K. И, соответственно, будет этот. КФ. И будет 4080 за 200 косарей. Доброго дня. Если купить у вас ПК и сломалось, что с гарантией? Ну, ничего. Решаем вопросы. Все вопросы, ребята, говорят. В этом мире решаются. Что-то случится, я вам помогу, естественно. Без проблем, без проблем. Не было еще такого человека, который там что-то сломалось. Да, эти случаи бывают, как бы это редко, но все равно, ребят. Все это жизнь, все понимают, что должно что-то сломаться. Всегда навстречу, там, грубо говоря, за свой счет покрываю все там эти. Все мероприятия покрываю на свой счет, чтобы клиент максимально остался лояльным. Знаешь, что такое 4090? Не-не. Думаю, надо здесь тянуть, а потом неудобно получается. Это изолента? Да, изолента синяя. Синяя самая сильная изолента, ребят. Это липкая, это ленточка такая, которая стяжечная. И вот сверху, видите, стянул, здесь стянул. Посветлее вам сделал. Папа, привет. Как у тебя дела? У нас все скайпом. Сидим, пойдем. Скажи, пожалуйста, опять 8400 для тебя пойдет? Ну, пойдет, конечно, если у тебя он есть. Типа, если ты с нуля покупаешь, то нет. С нуля поинтереснее варианты есть. Пафос, пафос, пафос. Если в эту сборку в будущем поставить на 400, без проблем ставить. Без проблем, прям. Вообще без проблем. Появилось 7 тысяч рублей. Эту на Авито продал за 7 тысяч рублей. Добавил 7 тысяч рублей, купил новый прод, как бы у тебя поинтереснее будет. Ну, там и видеокарту можно поновее купить уже поинтереснее. Посоветую ноут за 50 косарей. По ноутбукам пишите, ребят, в группу ВКонтакте. У нас есть там чатик специальный. Для этих, для всяких этих компьютерных помощей. И, соответственно, это, туда пишите, там ребята, которые там в ноутах разбираются. Я по ноутам сейчас рынок потерял уже, честно. Да? Там меняется каждый день все. Каждый день все меняется. Косарей какой-то нам не сильно интересный будет. Так что, ребят, включим, посмотрим. Ничего, он тебе норму закинул. Спасибо тебе большое за поддержку, Норман. Ты что, умнишь? Соточку закинул. Жесткий мужик. И сообщение написал даже. Ну, бессовестно. Сообщение хотя бы написал. Хотя бы чатик напиши. Я тебе хотя бы чем-то помогу. Расскажу, покажу. Расскажу и покажу. Все у тебя будет хорошо. i3 12100, Ryzen 5500, что лучше? 12100 поинтереснее будет. Пишите, ребят, цены, пожалуйста. Пишите цены, чтобы я понимал, что... Какие вообще пути отступления у нас. Если с нуля все покупать, то 12-то поинтереснее. Включи, пожалуйста, его и проверь на шум вентилятора самого корпуса, чтобы перед покупкой не было переживаний. Хочешь этот компьютер купить у меня или что? Ну, если хочешь, как бы, как я соберу полностью, все проверю, как бы я тебе кину перед отправкой видос. Напомни мне в конце стрима, я включу шумометр. То, что график нету встроенный, включу шумометр. У меня, правда, не шумометр не профессиональный, а такой обычный на телефоне, как бы. Колхозный, но все равно.
Все, включим, ребят, проверим. Арчевес, все, можешь плюсы нажимать, чат. Включим, посмотрим, вообще работать, не работать, есть смысл, нету смысла. Кнопка включения здесь, вот здесь. Все, ребят, плюсы можем писать. Хэнко, сильно не спамят, у тебя бот заблокирует. Ну, сейчас это, они сейчас на максималку. Ну, короче, не шумно, я тебе скажу. Скрытая крышка не шумно, но продуваемость хорошая. У меня нету профессионального шумометра, ребят. Не знаю, как покласть. Ну, 35, вот видишь, 35 децибел. Ну, просто это на него дует. Я не знаю, как положить, чтобы тут не упало ничего. Это в открытом кейсе. Это на всю. У нас на всю эти кулера крутиться никогда не будут. Ну, стекло-то в конце. Ну, видишь, 35 децибел. Ну, нормально, в принципе. Не этот, мы еще андервольт, не, ну, не андервольт, но, грубо говоря, кулера настроим, будет вообще нормально. Тут просто будет этот шум от видеокарты чуть побольше, чем от этого всего. Музычка должна быть. Музычка должна быть. Нормально, ты что, музыку скинул какую-то или что? Ля, у тебя даже подсветка такая же, только вентилятора сверху и два кулера. Понял, понял. Пришло или нет донат мой? Пришел донат, уже мы прослушали. Пришел донат. Так, ребят, отключилась, запустилась. Посетите с поддержку, норм он еще. Пришел, ты же 100 рублей закинул, там типа вот этот. Это же доллар. Это же доллар. Иван, мой дружище стример, собирает ПК, сейчас у него стоит 600, стоит ли на 400? Ну, думаю, нет. У тебя друг стример? У тебя есть друзья стримеры мимо Turbo PC? Еще есть какие-то стримеры, с которыми ты дружишь? Понял, понял. Пришла соточка, Норман. Спасибо тебе большое за поддержку, как бы. Счастья, здоровья, любви, с Новым годом. Там, если что, звони, пиши. Если вопросы будут, решай. И у тебя будет хорошо по жизни. Вот это, конечно, хотелось бы вот туда. Говорится, если вопросы будут, решай. Так, что у нас? Ленточка закончилась. Давайте, может, вот эти вот порежем. Что они у меня тут глаза мне мозолят? Ребята, 76 человек на трансляции, давайте, ребят, ну прожмите лайкосик, давайте 110 наберем. Я же сейчас дособираю и будем корпус новый обозревать. Они не поймут, только что ли рвутся? Это рисунок такой. Не, рисунок. Этот переходник, он что дает? Какой переходник? Ты про что? Пафос. Ты про какой переходник имеешь в виду? Вообще-то этот корпус можно брать. Да неплохой корпус, ребят. 4000 рублей. Для меня TX-плат очень красиво смотрится, я вам скажу. Для меня TX-плат очень красиво смотрится. Я же в них, у меня видос есть на канале по этому корпусу. Я в них и раньше собирал, просто они пропали потом. Слева сверху. Вот этот вот, что ли, или что? Ну, это вот эта вот штучка. Или какая?
Сколько ходить будешь? Месяц? Ну, хочу, короче, в феврале сделать 96. А в этом... Ну, в общем, идеально до 90 похудеть. До 90 было бы вообще отлично. Ну, а так, хочу в феврале сделать 96. Ну, как и у меня было до Нового года, короче. Не пойму, какой переходник. Вот этот, наверное, кулера ты имеешь в виду, как бы, ну, непонятно. Давай посветлее тебе сделаю, чтобы ты виделся. В идеале бы, конечно, 90 килограмм зайти, ребят. Было бы вообще обалденно. Если бы в 90 зашли с вами, ну, я бы зашел. Я бы рады был бы. Но это очень тяжело. При моем росте, при моей комплекции, 90 килограмм это тяжело. Ну, реально, в принципе, реально. Как бы ничего нереального нету в этой жизни, но... Просто какими жертвами? Какими жертвами, соответственно? Не, полтора месяца это мало. У меня, ну... У меня психологический барьер. Барьер 2 недели. Если 2 недели я худею, все, дальше как по маслу идет. Это же не первый раз уже. Чувась. Какую-то еще такую, типа... Мотивацию какую-то жесткую, типа... Ну, мотивация это типа быть худым и здоровым, конечно, это. Ну, вот такие дела. Если ты про этот пафос, это ледовская кнопка, которая, в принципе, не подключена, потому что у нас кулера, ну, некуда подключать ее. Вот эта штучка, это кулера просто трехпиновые. Они как последовательное соединение друг друга вставляются, и все хорошо. Все красиво, когда у папы ксиво. Бабки связи, тулки корпоративы. Поэтому планы, короче, грандиозные, ребят. В феврале пробить 8000. Блин, не знаю. В натяжку идем, ребят. В натяжку идем. 8000, чтобы пробить, в натяжку прям идем. Чуть мне кажется, мы 8000 не пробьем в феврале. Как вы вообще думаете, ребят, вот... 70 человек на трансляции. Кто здесь вообще? Кто не подписан на канал? Есть такие люди, которые на фоне слушают и не подписаны? Пробьем мы с вами, не пробьем 8000? Напишите. Что-то я смотрю, мы так в натяжку идем, короче. Вообще, блин. Чувствую, что не хватит там 200 человек. Артик по 12 Slim. Ну, они же этот. У них ограниченные. Возьми обычный и настрой просто хорошо. Обычно нажми, возьми пешки и настрой. Как бы. Слим они не прям, что они супер слимовские, чтобы ты понимал. Почему именно полидол? Ну, цена, качество. Совокупность этих двух факторов дает. Совокупность этих двух факторов дает, в принципе, понимание, что карта неплохая. Если у тебя есть на 10 тысяч дороже, и ты хочешь такой же самый FPS, то покупаешь получше карту. Такая цена рекомендуема для Арктиков обычная. 750 рублей. F12. 700-750 рублей они стоят. Раньше, ну, типа, если тебе нужно 5 штук, то берешь паком. Пак, соответственно, стоит дешевле. 5 штук, если тебе нужно там, грубо говоря, ну, запитать побольше, не 2 штучки нужно, тебе 5, то берешь паком, получается подешевле у тебя. Только бери PST, чтобы они между собой соединялись. Ты мне уже подсказал, просто купил. Какой-то сказал, вот питание тоже купил. Какой-то подсказал, спасибо. Да пожалуйста, дружище, пожалуйста. Обращайся. Обращайся. Обращайся, мальчик, будешь нашим королем. Привет, подскажи, пожалуйста, завтра собираю железо, винду 1 ставить или взятка. А что у тебя за железо, Алекс Фар? Напиши какой. Ну я бы десятку, все равно, так какой бы железо тебе не было, я бы десятку ставил бы. Потом обновишься.
Я бы 10 ставил, чтоб, ну, пока еще не готов к 11 клиентам своим ставить. Себе, может быть, поставил бы, попробовал, поюзал бы. Ну, этот. Кому-то, чтобы, ну, неинтересно вообще, чтобы мне привозили компьютер, там что-то не запускается, там спящие режимы всякие, это гибернация, всякие вот эти моменты, типа, люди, ну, не могут две кнопки нажать, а мне потом ехать или им приезжать, это лишние разговоры, зачем мне это нужно? Ну, у тебя нету, потому что ты, наверное, не используешь такие функции, понимаешь, RCS нету. А я тебе говорю, что жизненно. У меня вот два случая было, я же тебе говорю. Кстати, после того, ну, я, правда, штук 10 поставил только. Два случая было, и это людям нужно ко мне приезжать, обратно, переустанавливать. А если это доставка, это вообще, блин, неинтересно было, это... Я удаленно сижу целый день, перестанавливаю человеку винду, говорю, нажми левую кнопку, нажми правую кнопку, чтобы он, ну, дешевле ему было, чтобы не доставлял ко мне. А если человек, ну, не знает, как это сделать, то, ну, сам понимаешь, что проблема. Разница 30-70 палитры большая, цена 3К, а на деле... Какая гигабайт? Не Eagle случайно? Потому что, может, Eagle не сильно интересная. Возьми лучше 3070 этот, Game Rock, либо Gaming Pro, ну лучше Game Rock возьми. Ну, в принципе, можешь даже взять, знаешь что, Jetstream, типа. Jetstream, либо Game Rock я бы, ну, брал бы, который из дешевых серий. Подороже там, понятное дело, Z3 уберешь, там всякие стриксы, там поинтереснее, там и охлад получше, и температура пониже, и компонентная база получше, но это совсем другие деньги. Буду ставить 10. Понял. Палитра вся тяй, трижды. Простой карта, новая. Что это, как быть? Простой 60 градусов? Ну, это странно, не знаю. 45 должно быть. Простой. Какой лучше взять корпус? Ну, который тебе в первую очередь понравится, дружище. Если тебе не понравится, ты будешь смотреть на этот компьютер и типа, ну, удовольствия он тебе не будет доставлять. Понимаешь, в чем смысл? Если тебе подсветка нахрен не нужна, то берешь без подсветки корпусец, все у тебя хорошо. Если тебе нужно, там важно, типа, чтобы тебе светило, чтобы ты... Тебе, если тебе поднимает настроение, например, это подсветка, то, конечно, бери с подсветкой. Есть люди, которые без подсветки ничего не берут. Я тоже там не против, чтобы подсветочка мне подсвечивалась. Типа, все красиво. Я смотрю, все работает. Все обалденно. Как думаешь, будут игровые ноутбуки? Ну, в будущем будут. Что, прикалывайся, ДК? ДК, ты кто вообще такой? Не пойму. Напиши в чате, ДК. Ты что, гонишь, полторуху закинул? Только дай знать, где ты находишься. Ни хрена себе, ну ты, блин, жесткий вообще, ДК. Как тебе вообще это благодарить можно, скажи мне? Полторуху закинул, ты что, ты монстр, я не знаю. Гаврила Дунаев, напиши вопрос еще раз. ДК, ты вообще в России находишься? Напиши чатик, я, может, я тебе кружку отправлю. Сейчас, ребят, покажу кружечки, я сделаю кружечки. Ребята, у меня кружечки есть такие вот именные. Могу тебе, в принципе, дружище, если ты в России, напиши мне куда-нибудь, отправить такую кружечку. В принципе, Turbo PC, симпатичная такая наклеечка, видишь? Турбочка. Только я не знаю, как ты подписан, дружище, ДК. Ты же уже не первый раз накидываешь деньги. Спасибо тебе большое. Вот это то же самое, только же с росписью, как бы. Напиши мне где-нибудь в этом... В Телеграме, ВКонтакте. Я тебе кружку отправлю, если ты в России. Доставка по России. Ну ты жесткий тип, короче. Полторугу закинул. Ты еще добил два косаря ровно или что?
Ой, я не знаю, ребят. Как с вами компьютеры можно собирать так спокойно, скажите? Один лучше другого. Я бы вопрос какой-то задал, там, типа, что этот? Что собрать? Я бы тебе рассказал бы, там, что-нибудь помог бы чем-то тебе. Поэтому, если ты в России, то напиши мне, я тебе кружечку отправлю. Ну, чтобы не инфицировать тебя, то, ну, скинешь потом чек этот, который закинул. Кинешь, соответственно, чтобы я понимал. Потому что есть люди такие нехорошие, обманщики. Они пишут, например, типа, мне в Телеграме, типа, я ДК, типа, вот сейчас напишут мне там 10 человек. Типа, ну, обманщики есть. Турбо 53, 12, 100, вытянет 30, 70. Ну, 2К, да. Ну, дает ДК жесткий, ДК. Даня Кашин или что? Или ДК Дом культуры. Или Дмитрий Константинович. Теперь загадки, короче. Жесткий рисковый тип, да. 30 Ti это почти как 3070. Да нет, нет, 3070 поинтереснее будет процентов на 10. Да не было проблем, работало 45, простой, стало 60, простой. Странно, может, у тебя потоки нарушены там воздушные в корпусе. Должно нормально, в принципе. То есть, что у тебя так, ну, резко начало. Короче, РЧВС, определи, пожалуйста, кто ДК такой. Всю информацию мне напишешь. Рядовой РЧВС. Жесткий тип, не знаю. Карточка 370, память идет Samsung или Hynix. Ну, разные бывают памяти. Там не угадаешь. Ну, там без разницы, какая у тебя память, как бы. Может, и микрон быть еще. И на Hynix и Samsung ничего не заканчивается в этом мире. Точно, генерал. Вот RTVS, он выкупает приколы всякие. Точно буду улыбаться. Теперь водички попил, все. Сейчас похудение пошло полным ходом. Покажу, чем ты монтируешь кабеля. Такая обычная лента стяжечная. На липучках, смотри. В принципе, в некоторых корпусах кладут, некоторые там покупаешь, соответственно, вот отдельно вот она. Это поменьше, это побольше. Приклеивается, знаешь, как типа это. Знаете, как на курточке? На курточках есть такие типа липучки. Вот такая типа штучка. Да. Круто, блин. Заходишь на стримы, блин, так чисто поболтать с вами. Вы, блин, так еще поддерживаете меня, ребят. Ну, жесткие типы, я не знаю. Жесткие типы, блин. Прям не знаю. Очень круто. Очень круто. Спасибо, Сеня. Уже раз пять спросил, ответа нет. Смотри, Марат, чтобы получить ответ от меня, то, соответственно, пиши. Собачка, ты, вообще всем, ребят, кто хочет ответ от меня получить, смотрите, вот, как пишет, например, RCVS. Вот он модератор, он знает, он пишет собачка, Turbo PC и вопрос. Если я не отвечаю первый раз, второй раз отвечу, не переживайте, ребят. Налились монитор 144-герцовые по 11-12 тысяч рублей. Стоит купить или нет? Доставка склада в России. Я бы не брал бы. Мониторы бы на Алиэкспресс я бы не брал. Я бы брал бы монитор с гарантией ДНС только. Потому что это намного интереснее. Вот видишь, Гаврила Дунаев. Просто написал собачка Turbo PC и все. Я тебе ответил на вопрос. Если вы хотите как-то нахабно, типа этим, блин.
Я чуть-чуть меценат. Много каналов хочет бонусы и прочие передать. Посылай всех. Хе-хе-хе. Да мне это, дружище. Просто тебя благодарить, как бы. Мне так, ну, грубо говоря, там, соответственно, не это. Просто хотел тебя благодарить. Кружечку подарить свою именную. Может, тебе будет интересно. Может, ты даже пить с ней чай никогда не будешь, как бы, ну. Спасибо большое тебе за поддержку, дружище. Огромную сумму сегодня скинул, 3 косаря. Ни хрена себе, ну дает, я не знаю. Хотя бы имя сказал бы. Отстань от меня, я чуть-чуть меценат, много каналов хочет бонусы и прочее передать. Посылаю всех. Тебе много хочет кто передать или что? Кружка топ. Симпатичная кружка, ребят, мне нравится, ребят. Такой в стиле галактики, короче, типа. Тут мой логотип, типа. Вот эти, кстати, сделали потемнее, обычно посветлее, ребят. Тут типа галактика, Turbo PC подписано. Вот есть, которые посветлее. Ну, они, короче, там меняются каждый раз. Оттенок. Вот этот поярче, видите? Посветлее немножечко буковки. Красивая такая кружка. Это с прошлой партии. Вот разница, смотрите. Но они тоже красивые все. 12 тонн долго хватит. Ну, в принципе, да. Ну, видите, короче, немножко посветлее, да? Ну, тоже красиво. Не сильно оттенок, как бы. Какая вам нравится? Посветлее? Мне посветлее больше нравится, то, что тут поярче, как бы. Или еще этот. Такие дела. Ну, красивая такая именная кружечка. Да, да, зарплату ДК сегодня оплатил полностью. Красавчик. Че, песни такие обалденные заказал, блин. Мои любимые песни. Так, ребят, что у нас по стриму? 1.5 часа, вот, 2 часа идет стрим. Сейчас, ребят, заканчиваем. И показываю вам этот, и показываем корпус новый за 10. Еще раз огромное тебе спасибо, ДКшка. Таких хороших людей нужно уважать. Так, вот здесь сделал более-менее. Спереди сейчас посмотрим все. Turbo PC, подскажи пробку для диагностики. CCT не работает, почему-то не запускается. Обнови новую версию CCT, поставь. Аида как будто не в полную силу нагружает. Возьми Prime 95. Prime 95 нагружает на 100% все. Это такая древняя программа, в принципе. Можешь ее взять. Так, спереди посмотрим. Ну, если захочете, ребят, BIOS прощем. Давайте, если набьем там лайков, типа 140, то прощем BIOS. Если нет, то нет. Как бы. Я хочу вам кейс показать, как бы тот кейс, который новый. А потом решим. Привет, Вано, зашел, а тут все так красиво. Все так красиво, невыносимо, когда у папы есть ксива. Вахметик, привет. Вахметик, напиши восклицательный знак Минск. Вахмет, напиши восклицательный знак Минск. Павел Петров. Ваня, привет, привет. Хочешь быть таким же красивым, симпатичным, как Витя? Ну я же говорю, хочешь быть таким красивым, симпатичным, как Витя? Кинь мне информацию какую-то, я тебя тоже добавлю. Может тебе там кто-то будет, ну, кто-то будет заказывать из местных. Только FPS, а там пока FPS будет. Ой. У меня есть, ребята, сборка такого же компьютера похожего, соответственно, на 12400. Там FPS будет один и тот же самый, поэтому... Рассмотрите это видео. Оцените, ребят, по кабель-менеджменту. Понимаю, что не идеал. Кабель-менеджмент не супер-дупер-идеал, но стремлюсь, ребят, стремлюсь к лучшему. И, соответственно, оцените по 5-бальной системе, как вообще вам, ну, кабель-менеджмент. Понимаю, что можно здесь получше сделать, типа, если бы у нас было еще 2 часа, как бы мы с вами... Кефирчик, привет. Кто, ребят, не услышал ответ на свой вопрос, как бы, вы можете просто это... Написать собачка Turbo PC, я прочитаю. 1-2 раза я прочитаю, не переживайте, ребят. О-хо-хо-хо, ребята, кто зашел? Кто зашел? Циферки, ребят, пишем.
Цифры пишите. 1, 2, 3, 5. Ребят, цифры в чат пишем проблемы, что вообще. Я жду цифр. Ребята, какие цифры вообще? Что? Ну, напишите там. 1 вообще фуфло, Ваня, все переделывай, типа. Либо там 5 вообще обалденно. Цифры, ребят, давайте. У нас на трансляции, блин, 70 человек, а цифры никто не пишет. Минус 2. Павлу не понравилось. А что, Павел? В чем придирки? Возьмите 60 на Авито за 7 косарей. Все переделал. Пафос миллион поставил. Красавчик. Такая у нас, ребят, симпатичная в трилобайте. На третьем сборочка. 5 турбописек из 5. Итачи, дружище. Итачи, я видел, что я сделал? Итачи, видел? Итачи, видел, что есть? Итачамба. Здесь, не здесь? Смотри, что есть. Видел. Видел, но не видел. Питание, причем до этого все норм было. Странно, злодей, странно. Прикольно. Прикольно. Да, прикольно, ребят. Спору нет, тулечок сверху у нас. Ваня, мне не понравилось, что ты ограбил завод нейлоновых стяжек липучек. Ну, это да. Тут вопросов нету. Завода пишет. Вы свою жалобу из завода направляете напрямую мне. Здорово, что? Хватает блок питания Чифтек Smart 700. Ну, 360, 3070 может поставить. Ну, я, наверное, не знаю. Типа, 3070 не сильно, как бы. На 3070 я хотя бы голдовый что-то, посмотри. Простые стяжки лучше смотрятся. Ну да нет, наоборот, такие стяжки поинтереснее смотрятся. Побогаче, подороже, побогаче. Так, святой воду попшикаем, ребят. Протрем. Вообще, где мой фиолетовый этот? Фиолетовый. Где покупал запчасти? Я хочу забрать ПК, но не знаю, где покупать. Покупай турбо-PC. Покупай турбо-PC. Не ошибешься. Ваня, как твоя вебка называется? У меня не вебка, ребят, у меня камера Sony Alpha. А что это у меня? Это хотите? Sony Alpha A5100. Это беззеркальная камера, я ее покупал бушную. У человека там. BIOS покажи. А 140 лайков нажми и BIOS покажу. Давайте я вам сейчас этот, покажу этот комп лучше. А потом покажу за 10, а потом решим, будем BIOS прошивать или доставить или нет. Актива сейчас вижу, что-то вообще актива нету никакого. Ну, Chiftec Smart, они такие. Не самые идеальные блоки. Если ты с нуля покупаешь, в принципе, я бы не стоило покупать с нуля. А если ты покупаешь, ну, у тебя он есть, и ты думаешь, что туда можно поставить, типа, как у видеокарты, то, в принципе, есть смысл это обсуждать. Ладно, я пойду, дела куч, Ваня Пупс, пока. Дело, какие дела у тебя? Ты что, деловой, не пойму. Сейчас, через 5 минут пойдешь, посмотрим, все, и пойдешь через 5 минут. Башня детская. А ты когда в телеграм зайдешь на стримах, есть, в телеге нет, непорядок. Да, ребят, подписывайтесь на мой телеграм тоже. На телеграм подписывайтесь. У меня есть телеграм-канал. И подписывайтесь на него. Пленочка снимем. Turbo PC i3-9100F, 960, что делать, покупать Z790 или продавать и пересобрать ком? Я думаю, продать и пересобрать на 12-м поколении, 12400 типа. Будет поинтереснее. 12, ну, такой слабенький камень уже на самом деле. Смотря под что типа. Если у тебя 12100, типа, ты видеокарту хочешь типа 16 супер брать, то можно. Чуть не разбил стекло, ребят. Петли такие неудобные. С первого раза не вставишь. Кажется. Такая у нас крышечка. Мне не нравится, что она такая, знаете, как здесь. Видите? Сюда типа немножечко смещена. Вот не то, что она сразу закрывается, но на весу она будет нормально. А сколько можно продать? Ой, не знаю, по ПВУшке не подскажу. Я сейчас же новыми занимаюсь, но предыдущие, поэтому ПВУшке не подскажу. Сейчас, ребят, включу.
Ставьте свои плюсы в чат, ребят. Сейчас буду включать компьютер. Плюсики в чатик все ставим. Покажу вам, как он выглядит вообще внешне. Если минус 3, то это Роман виноват. Если сейчас минус 3 будет. Итачи зашел. Месяц не заходил, зашел. Вот такой, ребят, кейс. Симпатичненький, смотрим, да? Выглядит так солидно, так, ну, дорого-богато. 4000 рублей, ну, 3890 стоит, напоминаю. Как бы вот так. Здесь, получается, показывал в начале видео в форматнике, там еще перевофильтр есть. Дверка у нас вот так вот открывается, в принципе, видите? Немножечко нужно придавливать ее, видите, сверху там мешается. Вот здесь у нас, соответственно, видеокарты. Расстояние большое еще. Проводочки стянул аккуратненько здесь стяжечками. Там стяжечками стянул. Базучка у нас Paladin NV7000. Эта подсветка будет регулироваться, соответственно, тоже там RGB-шную. И провод я вот сюда вот вдел аккуратненько там просунул. Ну, ее там не видно, в принципе, будет. И G-Skill Rip Jaws у нас. На передней панели у нас получается тоже перевофильтр такой большой. Потом, соответственно, это кнопка включения. Кнопка перезагрузки, LED-кнопка, которая заглушена, в принципе, USB 3.0, USB 3.0, USB 2.0, наушники, микрофон раздельные. Смотрится, ребят, ну я вам скажу, ну, не дешево, смотрится дорого-богато. Вот так, в принципе, смотрится, симпатичненько. Как вам, ребят, вообще такой корпус? Для мини-тых сборок, в принципе, симпатично. Кулера, напоминаю, здесь трехпиновые, PS-шки. Если хотите купить этот компьютер, ребят, пишите мне в группе ВКонтакте, цена будет приятна для подписчиков YouTube-канала. Только пишите, что я твой любимый подписчик. Сделай мне скидку, а я тебе скажу. Да, конечно, дружище, без проблем. Смотрится круто. Дверка вот так вот открыл, типа. Опа. Здравствуйте, как ваше самочувствие? И вот так вот все смотрится симпатичненько. Естественно, эти кулера будут не шумные, будут, когда мы будем, ну, грубо говоря, по напряжению регулировать. По пятибалльной системе, ребят, оцените, пожалуйста, этот корпус на внешний вид. Напоминаю, стоит он 4000 рублей. 3890. За 4000 рублей, в принципе, за 3890. Как вы оцениваете, ребят? Для меня таких сборок, мне кажется, круто вообще. Очень красивый. Здесь пылевой фильтр, там пылевой фильтр. Кулера трехпиновый уже. Нужно молиться всякие придумывать. И смотрится так, ну, дорого-богато. Давайте циферки пишем, циферки пишем. Так, 5, 5, 5. Круто, да? Сколько будет в рублях комплектующих сборка? В рублях там в описании есть 70 тысяч, 72, 73. Мне кажется, солидно, ребят. Смотрится, в принципе, так, ну, круто. Недешево. Напоминаю, что это железочка. Эта штучка, это железная. Эта штучка, это еще железная. Открывается без проблем. Я вначале показывал там пылевой фильтр. Поэтому такие дела. Бро, если самому собирать ПК, где покупать запчасти? Ну, где ты? Где в ближайшем магазине покупать? Где, дружище? В ДНС покупай, чтобы у тебя была гарантия хорошая. В онлайн-трейде покупай. В зависимости от твоего города. Да, да. 72 это вот все. Ты 72 тысячи мне отправляешь, там 72, 73. Надо посчитать. Ну, в общем, около 71, от 71 до 73. Отправляешь мне, и я тебе, соответственно, все отправляю, ну, компьютер с Windows, с обновленным BIOS, со всеми мероприятиями. Кайфовый корпус, радует, что стекло открывается так легко, и надо включать обратно. Только тут удобно. Единственное, видите, что, ну, это как бы бюджетный корпус, здесь петли не прям на подшипниках, знаете, обычные петли, которые там на этом, вы поняли. Как бы симпатично смотрится так, ну, дорого-богато. Компы те, что где. Я нахожусь в Серпухе, дружище. Я в Серпухе. Доставка у меня по всей России. Дальше тебе подскажи, чем плоха 3050. 3060 неинтересно. Ну, если очень дешево брать, то да. А так, если не 3050, а есть 3060 на 8. Вот я бы брал 3060 на 8. Вот так смотрится. Это будет подсвечиваться. Это LED-овский кулерок. Это будет RGB-шка у нас. Это LED-овские все кулерки. В принципе, смотрится солидно, ребят. Че, ребят, вообще с D10 хотите посмотреть корпус? Нет? Z10 корпус, нет?
А где ты есть? Где ты, милый? Я потеряла силы. Такая симпатичненькая сборочка. Зламанов, да. Спасибо. Денег нет, но лайк закинул. Да, Степа, лайк это лучше всех этих. Лучше всех похвал. Вот так вот и новый. Давайте под корпус посмотрим. Z10. Обзор корпуса сделаем. Z10. Ой, это не сюда. Ваня, минус 3. Не произошло, значит, Рома не виноват. Ну, видишь, он у меня этот, видишь. Бывают пропуски кадров из интернета, но не часто. Давайте, ребят, кейс открою вам. То есть, если остался, ребят, напишите хотя бы 5 минут в чат, чтобы, типа, посмотреть, не стоит или не стоит. Вот такой, ребят, огромный кейс, смотрите. Вот смотрите, эту камеру маленькую, огромный кейс. Будем собирать сборку там дня через 3. 4 человечка. 40-70 Ti, Zalman Z10. Без подсветки. Гарантия будет комплектующий новый. Все комплектующие цвета новые, все на гарантии у меня, дружище. Бушным не занимаюсь. Так. Опа, опа, чуть не упал. Чуть не упал, ребят. Чуть не упал кейс. Сейчас, ребят, распакуем. Вот такой огромный кейс, блин. Я последний раз уже запускаю сначала по ссылке, смотрю, потом прям красным горит на интернете 500 видеочек. Во, Вить, как раз Витя пришел. Витя огонь, Витя пожар. Вот, ребят, Z10 заказал под 4070 Ti. Посмотрим вообще. Мне единственное смущает в этом, в высоте. Здесь высота процессорного кулера 173. У нас 47 Ti, 138. Ну и остается у нас, получается, 3 сантиметра. 3 сантиметра остается. Но вы должны понимать, что как бы 3 сантиметра под этот разъем на модели. Вот такой огромный кейс. Передняя панель вот такая, соответственно. Это за 10 без подсветочки, ребят. Посветлее я вам сделал, потому что он темный, огромный. Здесь, короче, подсветки нету, стандартные 140-ки спереди и одна 120-ка или 140-ка, надо посмотреть. Наверное, тут 120-ка сзади, 120 сзади. Кейс обалденный, еще, короче, кулера будем ставить на них, сейчас покажу какие. И, в принципе, что? Ну... АК 120 поставим, это я вам покажу потом на стриме. ФКшки вот такие 120 поставим. Это на 120-ки темненькие поставим. На ощупь? Ну это металл, это металл. Ну пока, ну я собирал уже в таких кейсах, только я собирал подсветкой. Как бы АК 120 поставим сюда еще. Это у нас будет и рамочку так же самое. Я прикупил. Ну, тут металл, тут хорошо, пилевичок, типа, ну, неплохой кейс, стоит, напоминаю, ребят, что-то 6, сколько? Есть там бумага, мне чек, сейчас скажу. Сейчас стекло открою вам. Я же вот таком собирал, только собирал с подсветкой все кулера были. Сейчас, где-то чек есть. Корпус стоит 6390. За 6390, ребят, соответственно, блин, ну, неплохой. 6390 неплохой. Кулера здесь обычные. Надо посмотреть, здесь они трехпиновые или не трехпиновые. Тут не видать. Потом, что у нас здесь подставка крутая под видеокарту. У нас будет подставка своя, которая, ну, можем две поставить. Это подставка под видеокарту обычная, которая здесь крепится. Но мы поставим, может, эту еще, которая от политовская будет. Да есть наличие, вот на трейде появились, вот наличие недавно, я вот заказал вчера. Подставка под этот идет в корпусе. 320 у нас влезут здесь, да влезут, эти штучки, ПК-шечки. Давайте сзади откроем, это, короче, убираю, ребят. Это убираю, это убираю. Посмотрим вообще, ну, пыльничок сверху видели, да? Сверху, спереди. Кулера, короче, называются... 0,18 ампер у них,
11-вольтовый ZA1425ASL. Это без подсветки, без ничего. Но человек сказал, мне подсветка вообще не нужна. Говорит, если мы можем сэкономить на подсветке пару тысяч рублей, то, соответственно, говорит, конечно, да. Говорили, что новый Z10 уже 3-пин. Вот, я же хочу этот посмотреть, потому что он только приехал, мне вот тепленький, ребят, как пирожочек горяченький, знаете? Только прям купил. Вот только приехал в начале стрима. В 12 часов вот у меня привезли. Потому что в тех Z10, которые, ну, дуалы, вы поняли, либо обычные плюсы, там же Моликс у нас. Есть, если Моликс, ну, переходнички поставим, ничего страшного нету. Но мне кажется, здесь трехпиновые должны быть. Да, ребят, я вижу, здесь уже трехпиновые. Сразу вижу, что здесь трехпиновые. Здесь кулера у нас, даже переходничок есть на четырехпинке. Ну, это вообще кулера сами по себе трехпиновые. Вообще видно, вам не видно? Они трехпиновые, но есть коннектор здесь, я так понимаю, который это все объединяет и четырехпин затусовывает. Получается, вот они трехпиновые кулера, видите, трешечки. Это без подсветки Zalman Z10, вот, который брал буквально, вот они появились недавно, один день назад. И, соответственно, получается, они все трехпиновые, и коннекторы есть обычные. Ну, вы поняли, короче, да, кто из сборщиков вот тут есть. Видите, Роман и обычный коннектор, вот такой, типа, который 3 в 1 делает. В дуала трехпины были в обычном плюс. Да, вот в обычном, ну, в плюсе были эти Моликсы. Юзать можно, если подсветка не нужна, типа 6, сколько там? Ну, предложите мне альтернативу, ребят, за 6390 возьмите альтернативу. ЦК, ну, типа, чтобы вода вмещалась. Ну, у нас здесь воды не будет, а вообще обычно сюда еще воду ставят. Я сюда ставил, типа, переходничочки вот такие вот. Ну, мы можем, в принципе, напрямую подключить в мать. Как бы сделаем 2-2. И еще у нас 3 будет здесь. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделаем 3, 2 и 1. Разделим и все. Да, XPG Defender, вот, да. Вот конкурент XPG Defender. Defender не помню. Defender я не ставил, ребят. Ну, мне внешне не нравится, не знаю. В Defender там же, получается, кулеров сколько? Там 2 120 или 140-ки на вдув, один на выдув. Там всего 3 кулера 140-ки вроде бы в Defender. Получается, тут у нас что, как обычно, все красиво, типа, всякие, короче, стяжечки, болтики, всякие прикольчики. Ну, Defender все хвалят, я не знаю, я не собирал в Defender. Эти защелочки такие довольно-таки хорошие. Кому будет нужно, нам будет не нужно, как бы. Вот эта штучка отклеилась откуда-то, непонятно. Это, это блок питания. Видите, плохо приклеили здесь. Это вот здесь находится. Такие вставочки под блок питания ватненькие. У нас здесь 340-ки. Получается, у нас Type-C на передней панели. Кнопочка на LED, в принципе, но у нас на LED не будет ничего, поэтому мы не будем с LED ничего делать. А Type-C, что круто уже, в принципе, для компа, который стоит 150 тысяч рублей, без Type-C не интересно вообще корпус. USB 3.0, две штучки, без USB 3.0, сразу USB 3.0. А есть здесь? Да, вот Type-C, вот он есть. И получается наушнички, микрофон раздельно, что тоже важный момент. Кнопка перезарядки, кнопка включения приятно включается. Пылесос сверху вот такой красивый. И, соответственно, вертушка, это 120, да, 120 сзади. 120 же, да, 120, а здесь 140, да. 120 сзади, 140-ки получается вот здесь спереди. Ну, такие вот эти мембранки, которые там прикольные, типа, расстояние большое. Что сюда поставить, не знаю, матери у меня. Давайте сейчас. Там, типа, ну, вы поняли, да? Материнская плата там. То есть здесь у нас будет место, соответственно, вы понимаете. Можно еще 220-ки вставить без проблем. Как бы по продуву должно быть хорошо. И сверху мы еще 320-ки поставим. Здесь у нас места будет, ну, достаточно. И воду можно 360 ставить. Ну, смотрите, ребят. У меня просто линейка 30-сантиметровая. Ну, я помню, что я когда ставил, то здесь ЛС-ка должна влезть. По радиатору должна ЛС-ка здесь влезть. Так, 30 вот здесь. Получается 13. Сколько это получается сейчас еще раз? Сверху давай по этим граням. Так, 30 сантиметров.
Здесь получается у нас... В принципе, сюда водичка станет, ребят. ЛС-ка станет. 720-я. Залман Альфа тоже станет без проблем. В принципе, этот корпус для Залман Альфа и придуман. Здесь расстояния хватает. Неплохо, неплохо смотрится. Корпус хороший. За свои деньги, мне кажется, за свои деньги вообще нормально. Ну и расстояние вот здесь. Как бы здесь у нас... Ну как бы надо от материнской платы мерить, конечно, да? Не хочется мне открывать ее. Давайте, ребят, откроем на стриме. Мать, откроем на стриме. Вся слота хочу померить. Так, вся слота получается у нас. Ну, тут, мне кажется, места хватит, ребят. Тут места прям... Тут даже больше, чем 173, наверное. 175. Тут больше, чем 173, как бы. Можно, наверное, 47 Ti... Этот корпус, который 70 юзать без проблем. Поэтому такие дела. Ребят, как вам вообще кейс такой? Просто так еще сильно не посмотришь. Это если вот так, как правильно мерить, непонятно. Видеокарта пошла не от PCI, слота мерить или нет PCI, я не пойму. Если без напрямую от материнской платы, то 180 получается. А если с PCI слотом, то 173 выходит, да. Получается от PCI слота. Вот такие дела, ребята. Напишите, ребят, как вам вообще такой кейс? Симпатичный, нравится, не нравится, типа. И моя красавица. Будем собирать, наверное, послезавтра, там, или когда там, когда приедет комплектующий. 47 Ti будем собирать сюда. Получается 12600 КФ. Что еще будем собирать туда? Пока что 20-й будет здесь. Рамочку взял прижимную, вот такой вот. Еще на лампочку темненькую взял. Это нормально. И, соответственно, будем сборочку собирать подписочнику моему любимому. Дублирование. Слышал ответа. Сборка 5700X, 47 Ti. Что-нибудь подобное. Можно, так понимаю, можно любую сборку сделать. Какая примерно в цене с тем же DNS. Если вот такая сборка будет у меня, то разница будет DNS где-то 1015-20, я тебе скажу. Вот мы человека собираем за 152. 158, там еще жесткий диск, типа 6000 рублей. 152 без жесткого диска. А в DNS мы считали, типа, 170, получается, 75. Если такие, типа. Если сборка, типа, которая 80 тысяч рублей стоит в DNS, то у меня будет стоить, наверное, 75, 73, 71. Вот так вот. Ну, это, получается, с Windows совсем с работами. Вопросики, ребят, постецкий чат пишем. Кто здесь? Витя, ты когда будешь вообще стрим подрубать? Ты здесь или ты уже убежал? Когда стрим ждать? Когда ждать стрим? Поэтому разница десяточка минимум. Ладно, ребят, раз вопросиков у вас нету, то, соответственно, буду с вами прощаться. Всем пока. Драка, привет. А всем пока. Завтра, ребят, тоже стримчагу сделаем. Завтра сделаем сборочку, соответственно, это. Ну, поинтереснее будет сборочка, чем сегодняшняя. Будет у нас 3070 и 12400. Всем спасибо за поддержку. ДК, не знаю, кто ты, но ты жесткий тип. Как бы всем, кто поддерживал, Норман 132, ДК и всем, и Дриму так же самое. Всем, ребят, спасибо. ДК, если это, то хочешь, напиши мне в Телеграм, ВКонтакте, я тебе кружечку отправлю. Все, ребят, всем пока.